как бронзовый золой жаровень, жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень, миры расцветшие висят, где пруд, как явленная тайна, где шепчет яблони прибой, где сад висит постройкой свайной и держит небо пред собой. Ну, у нас ничего нового. Усё как всегда. Народ работает, а интеллигенция впечатляется, да? Интеллигенция, между прочим, Иван Степанович, уже 2 ящика клубники перебрала. Не уже, Ольга Николаевна, а только 2 ящика. А я вам не говорил, да? Нет. А у меня Валюха, она ж терминатор. Да, в ней программа заложена. Она пока усё, что растет, не сварит, она ж не остановится. Закройся ты уже, балабол затейник. Оля, это он слюной исходит, что я не дала хороший продукт ему на барматуху. А? Да? Да. Что ты сюда припер? Как что, клубнику? Иди мой! Надо мыть. Ля, я что вам, майдадыр, что ли, интересно. А что, Ольга Николаевна, у нас Сан Саныч отлынивает от хозработ, да? Иван Степанович, у вас клубника, а у него абитуриенты. Тоже, знаете ли, сезон. Ух ты, смотри, сезонник какой он у нас. Кстати, по поводу нашей абитуриентши. Куда она поступать там будет? Что вы там говорили? Бухгалтеры, что-то там, финансы? Кредиты и финансы, Иван Степанович. Ну, одна фигня. Между прочим, Евгеша серьезно обещала подумать. Туристика все вот это. Надо на адвоката поступать. В нашей стране у них всегда работа есть. Он на одном Митяе можно карьеру сделать. Да что ты несешь? Какого адвоката? Оль, дай сахар. На стоматолога надо. Да куда там? Ага. Вот у кого работа у всегда будет. Деньги лопатой гребут. Товарищи родственники, вы бы мегафон взяли, а то у вас на том конце деревни плохо слышно. Валюха, стареешь, тебя плохо слышно. Вот, я не могу. Если вам интересно, ну так, вдруг, то я поступаю в Институт культуры. На вокально-эстрадное отделение. Ты что, серьезно, что ли, Евгеш? Завтра подаю документы. Лето ждем порой, следом за весной, умытой грозами. Но когда жара сводит нас с ума, грустим по осени мы. Осень застучит ливнями, ворчим, когда же снег и метель. Лишь январь начнет календарный год, нам снова снится апрель. Земля кружится, и мы кружимся, и весной вернутся птицы. Все повторится, и первый гром, и первый снег, все повторится. Нам просто надо в карусели этой не пропустить. Костры походные, гитары и туман у реки, зарю рассветную, слова ответные. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Костры походные, гитары и туман у реки. Листву опавшую, сады уставшие. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Ну, бегать надо, ну. Боже мой, певичка. Нет, нравится петь, пожалуйста.
ведь никто не запрещает. Но делать это своей профессией – это безрассудство. Успех отбивается одна на миллион. Давай, давай, давай. Слушай, ты отвлекся от своего этого чертового футбола. Мы сейчас серьезный вопрос обсуждаем. Между прочим. Ладно. Во-первых, это не чертов футбол, а чемпионат Европы. А во-вторых, сколько уже можно обсуждать? Хочет дитё быть певицей, пускай учится. Для бабы главное не то, что в дипломе написано, а правильно замуж выйти. Валя, ты видала этого шовиниста, а? Реалиста, Ольга Николаевна. Да что вы? Да. Да что вы? И Валюха, между прочим, этому яркий пример. Вышла замуж за меня, и он купается, как сыр в масле. Ой, да... Ой. Шо, не так, что ли? Подожди, а что это? Ты, получается, по расчету за меня вышла, что ли? Ну что ты вот это несешь? А что нет? Если б меня не дождалась из армии, вышла б замуж за Славку Калачева, и все. Что, где бы ты сейчас была? Да у Славки, чтоб ты знал. Сейчас у Уренгои нефтеперегонный завод. Что? Не теми вещами вы, Валентина Петровна, счастье мерите. Ой, не теми. Погоди. Откуда ты знаешь про Славкин завод? Ты что, за судьбой его следишь, что ли? А? Да, ой, только не начинай. Откуда ты? Я прошу прощения, что я нарушаю ваш семейный исторический диспут. Может быть, вернемся к главной теме нашего чаепития? Давайте. Так давайте. Давайте. Давайте, Иван Степанович. Давайте. Ну, давайте. Давайте, уже. Давайте, 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 давайте. Ваня! Хорошо. Если хотите что-то решать, давайте голосовать. Давайте. Давайте. Ну? Кто за то, чтобы грубо вмешаться в судьбу Женьки, травмировать ее психику и этим самым нанести внучке непоправимый вред? Какие-то странные у вас формулировочки, Иван Степанович. И тем не менее. Один. Хорошо. А кто за то, чтобы внучка сама решала, как ей быть счастливой? Да, Валя. Валя. Олечка, ну пусть попробует. А может, у нее ничего не получится. Валя. А за, я за. О. И вот это у педагогики, Ольга Николаевна, называется дать ребенку право на ошибку. Хороший, 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 хороший! Ну давай, давай, давай! Митя, случилось? Ты ж Наденьку разбудишь. Ирландцы хорватам проигрывают последние секунды. И что ты ж стонешь, как ошпаренный? Ты ж ирландец. Да все ж на ирландцев ставили, а тут такое... Митя, ты шо? Ты шо на тотализаторе играешь? Кто я? Да за кого ты меня принимаешь? Сколько проиграл? Ну и... Глаза смотри. Та соточка. Ну, чтоб интереснее смотреть было. Митя, ты меня знаешь. Еще один такой раз, и тебе точно интересно смотреть будет одним глазом. Я понял, Варик, понял. Ты смотри на меня, игруля. Паспорт взяла? Взяла, па. Аттестат? Взяла, па. Я знаю, что ты забыла. Свидетельство о рождении. Точно. Взяла, деда, взяла. Ого, это что, у всех записываться, чтобы по сцене с микрофоном сказать? А ты как думала, конкурс такой? Граждане, а кто последний, а? Иван Степанович, давайте чуть скромнее. Мне надо кричать об этом на весь институт. Ага. Вы стойте здесь, Евгеша, давай документы. Я пойду проверю сама. Может быть, стоит копиями обойтись, не обязательно оригинал. Ба, а где Сан Саныч? Как где? Я же кое-что рассказывала вам, у него своя приемная комиссия. Жаль. Его здесь сейчас очень не хватает. А где дядя Митяй с тетей Ларисой?
Они... Что это за преступное безучастие к моей судьбе? Хотя бы тетю Любу с Алексеичем взяли. А я... В этот переломный момент в моей жизни мне нужна поддержка всех соседей, близких и друзей. Без них у меня документы ну никак не примут. Да. Не, ну правда, действительно, ну что она, сама что ли документы сдать не может? Давай, Женек, самостоятельно, давай. Мы в машине подождем. Да. Удачи. Да еще хорошо, что Алексеич с Любкой опаздывают. Нам бы вообще хана было. Вы серьезно, Иван Степанович? Конечно, такое событие. Че? Да вы что? А что, это Валькина инициатива, не моя? Да, она сказала, я сделал. Валь, ох ты! Ну они не чужие. А что, хорошо, человек в военной форме. Да, подождите, в военной форме. Вы еще село бы все сюда пригласили. Посмущалась и перестала. Оля. Еще. Оля. Оля. Катеева. Катеева была когда-то, да? Марго. Мы же с тобой вместе поступали сюда. Маргоша! Маргоша! Пирожочек! Пирожочек мой! Здравствуй, дорогая! Боже мой! Ты выглядишь просто потрясающе! 40 лет прошло, а ты как статуэточка, вообще не изменилась. А что ты здесь делаешь? А мы документы приносили, у нас внучка поступает. Маргоша, знакомься, это мои сваты, это... Очень приятно. Иван Степанович, это Валентина Петровна, это мои внуки. Очень приятно. Боже мой, какие большие. А вы, значит, когда-то вместе сюда поступали, да? Ну да. Ага. Да. Причем Оля почему-то не пришла на последний экзамен по вокалу. Так. Ну, Иван Степанович, пришла или не пришла? Хотя она была самая лучшая. Она была первой на зачислении. Да вы шо? Да. Иван Степанович, это... Да-да-да, Оля. Да я до сих пор помню, как ты пела этот свой джаз. Да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да, па-бам-пау-пау, па-ба-да-ба, па-ра-ба-да-ба-да-ба. Очень сильно. Ой, я тоже опаздываю. Извините, ради бога. Вот, Олечка, вот тебе моя визиточка. Вот. Да. И смотри, обязательно позвони. Я все-таки в приемной комиссии. До свидания. Пока. Пока, Маргоша. Иван Степанович, даже не начинайте. Да? Сдержитесь. Я очень сложно, но я постараюсь, Оля Николаевна. Ага, до дома. Ну, хватит дуться. Да я не дуюсь, Митя. Мне просто интересно. Ты же себе брюки 60-го размера не покупаешь. А ребенку памперсы 5-го. Это можно, да? Ну, не могу я привыкнуть, что у них размеры есть. Вот сходишь, поменяешь, заодно и привыкнешь. И воду тоже, кстати, сдай. Или ты тоже не понимаешь, чем отличается вода «Малыш» от «Ессентуков-6»? Ну, не было у них «Малыша». Да, естественно, Митя. Откуда же в пивном ларьке вода «Малыш»? Ой, бичел, прошу, звезда советского джаза, извините, красной дорожки нет, но я над этим думаю. Иван Степанович, будьте скромнее уже. Молчу. Ой, а кто это у нас тут вышел на променад? Привет! Здрасте! Ларик, здрасте! Ларик, да вот, веду ж свое горе луковое к Никитишне за козьим молоком. А то ж боюсь, что с пивом перепутает. Это он может. Вань, может, и ты сходишь? А что, у нас детей полный дом. Я? За молоком. За молоком. С Митяем? Ага, с Митяем. А что? Ну, если только в качестве эксперимента, это можно. Пошли. Подержи, Лорик. Слушай, за 40 лет чего-чего, а за молоком мы с тобой вместе ни разу не ходили. Красавица. На тебя похож, Лорик. Вот так. Характер полностью у отца. Крестить собираешься? Да как же. Батюшка сказал, как забор выкрасить, тут же окрестим. Валюша. Я ж тебя хотела крестной позвать. Не откажешься? Тьфу, а кто же от такого откажется? Спасибо. Валя. О, здорово, Никитишна, а я снова за молочком тебе. Вот с новым клиентом. Понравилось молоко-то? Ага. Ну, а я говорил, что еще придешь. А куда ж он денется? Он же из твоего молока, Никитична, самогон гонит. У! Ля, ты что, не знала, что ли? Что ты несешь?
Да шучу, Илья. Да ну тебя, шуточки твои. Пойду холодненько вам принесу. Ты ж, Вань, я чё подумал? Вот как может в таком тупом животном зародиться такой вкуснейший продукт, а? А шо, в тебе тоже что-то хорошее есть? Вань! Митяй, ты бы язык-то попридержал. Майка, между прочим, умнее тебя будет. Да ты. Это ага. Точно, не, это точно. Между прочим, она на днях-то мне жизнь спасла. Ага. На рогах из огня вынесла, да? А ты не хмылься. Помните, недавно бурь была? Но. Ну, побежала я в огород клубнику собрать. А она поперек калитки встала и не пущат. Ну, я на нее, а она все равно не пущат. И в это время с сарая шиферину сорвало и прям на клубнику. Чучело как ножом срезало. Так что, родимая, почувствовала. Все, Никитишна, надо козу на телевидение вести. Она как Кашпировский выступать будет. А золотишься. Да ну тебя. Господи. Хорошо, да подожди. А может, она и правда предсказывать умеет, а? Ну, как этот, как его? Осьминог Паульс, который футбольные матчи предсказывал. Так, и ты туда же. Не, ну подожди, ну интересно же, а? Вот сегодня кто играет? Дания, Голландия, да? Ну. Вот, о, смотри. Вот, допустим, это Дания, а вот это Голландия. Вот какое яблоко она съест, тот типа и выиграет. А? Давай посмотрим. Так, Дания, Голландия. Давай, 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 давай. Давай, 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 мои хорошие. О, ага, да-да-да-да-да. Вот это чтоб Дания, Голландию. Да не в жизнь. Никитишна, не тянет твоя коза на телевидении, не. Максимум на вокзале лохотронщиков разводить. Да, дорогие друзья, вот это вкуснейшее блюдо под названием Голландия. Дания, мы с вами практически стояли. Свистит! Выход один, один, но нет, нет, нет. Ага, укатали датчане голландцев, укатали. Владимир Иванович, вы что? Ольга Николаевна, да тут такое, что... Дед, ты чё? Что я? Я ничего. Ты что, сдурел? Что? Ты на часы смотрел? Орёшь? При чём здесь часы? Нет. А, вон, вон такого не может быть. А ну вот оно, есть. И коза говорила, что укатают викинги оранжевых. Да, Ольга Николаевна? Иван Степанович, с вами всё в порядке? Какой-то бред несёте? Какой же бред? Женёк, ну ты-то! Дед, правда, мне нужно готовиться к экзаменам, а ты не даёшь спать. Малые, ну вы-то хоть! Дедушка, мы футбол не любим. Мы спать любим. Что я тут распинаюсь, а? Что я вам вообще объясняю, когда вы ничего не понимаете? И отойди в сторону, я спать иду. Ля, побудил весь дом, еще дуется. И да, Олечка, с кем живу? Мука, а не жизнь. Ужас. Спокойной ночи, Олечка. Спокойной ночи всем. Деточки, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ночи баб. Двигай давай. А телевизор кто будет выключать? Я, что ли? Так! Не могу я, что ли? Ай да коза! Никитична, ты давай спокойно, без паники, еще раз. Ну, найдем, мы найдем козу. Успокойся. О, все, Никитична, попала в жернова правосудия за спекуляцию кисломолочкой, да? Не зубоскаль, коза у нее пропала. Да ты шо? И шо, и шо, и шо, и шо? Да не пропала она. Украли ее. Ну как она может со двора-то пропасть, а? Ты с полицейским-то не спорь. У них ведь как? Если украли, тогда они должны дело завести, искать. А если просто пропало, так они трое суток могут ничего не делать. Ничего. Может, твоя коза где на дискотеке зависла. Проспится, вернется. Да тут тебе. Да, Алексеевич. Не язык у тебя, а помело. Это да. Ладно, Никитична, какие-то... Особые приметы уже. Особые приметы у твоей козы какие-то были? Ой, ну какие еще приметы-то? Что она уголовник? Коза, как коза. Ну и кого мне искать?
козу как козу. Ну ты-то не нервничай, но ты-то, ну. Ты лучше он хватай, Никитишну, и дуйте в район составлять фоторобот. Все, все, ушел. О, слава богу, господи. Так, Никитишна, когда ты видела ее в последний раз? Митя! Митя! А? Что ты там растопырился? Я? Нет, я! Да не, это я шел, спину с заразы потянула. А куда шел? Я? А что ты заладил? Я! А кто? Так я же это... Надюшки. За памперсами, о! Так ты ж Надюшке столько памперсов купил, что вот это. Ей до самой школы хватит, он весь чердак завален. Да где? Да где-то там. Митя, иди домой. Посиди с Надюшей, мне же надо в церковь бежать, за Кристиной договариваться. Ты что, забыл? Слушай, а хочешь я схожу? Я ж отца Михаила знал, когда он еще портором служил. У меня быстрее с ним получится договориться. Да? Да. Ну, сходи. Ну вот. Ну, давай. Мить, только ж ты смотри у меня, туда-обратно. Смотри, чтобы это не вылавливало по всему селу. Да я мухать, туда-сюда. Ну ты же меня знаешь. Давай, говори. Привет, шаромыжник. Блин, напугал. Это я еще тебя не пугал. Твое НЛО летает? Ну, мое. А где коза, лишенец? Какая коза? Как какая коза? А вот та, которую ты вот этими корнеплодами кормить собираешься. Чё? Да при чем тут? Я сам собирался на природе позавтрак. Ты? Я? На природе. На природе. Вот это. А что ты удивляешься? Иногда надо подумать о своем здоровье, Ванечка. Ладно. Пошли на пикник. И если ты сейчас все до последнего кочана не съешь прямо вместе с этой авоськой, идем к Алексеичу, который как раз там дело заводит. Где коза, энтузиаст-вегетарианец? Где? Пойдем, блин. Прицепился. Это я еще не прицепился. Зараза. Из-за какого-то козы. Чуть кадык другу не вырвал. Митя, вот сколько тебя знаю, все время хочу спросить. Тебе мама не говорила, что красть это плохо? А я не крал. Я позаимствовал, так сказать, чисто на время чемпионата, чтобы иметь неограниченный доступ к телу. Ну да, только у тебя и у Уголовного кодекса немножко разные понятия о краже. Ой, да перестань, Вань. Ты видел, как наша коза голландцев сделала? А впереди еще сколько матчей. Она нам столько миллионов заработает. И Никитишну, конечно, не обидим. Ей 15 тысяч. Ну хорошо, 30. Лишними к пенсии не будут. Ой, ля-ля-ля-ля. Ля, как он заморочился. Всю ночь, наверное, рисовала, да? Давай, давай, маечка. Давай, девочка наша, делай нас олигархами. Если все попрет, я тебя оно ножами кормить буду. Видишь ты, дерипаска недоделанная. Это мудрое животное не берет продукты из рук вора. Не-не-не-не-не, Вань, не в этом дело. Ничья будет. Слушай, Митяй, ты же у нас вроде ни разу не контуженный, а такое несешь. Ну, соточку можно поставить, проверить. Козу верни, проверяльщик, мне молоко надо домой нести. Вань, не надо торопиться. Давай еще денек постоит. А если тебе молоко нужно, так возьми, подай, между прочим, бесплатно. Ха! И мне в церковь зайти надо, Кристину заказать. Ладно, иди. Ну и хорошо. Эй, а ну стой. Что? А крестный кто? Кто-кто? Борисыч, блин. Кто? Ну ты, конечно, Иван, кто-кто? Иди, иди. Вот горе, а не родственник, а. Это ж кошмар какой-то. Ой. Ай, Иван Степанович, здрасте.
Физкульт, привет. О, явился. И где тебя вот это весь день носило? Ля, а ты кого за молоком сегодня утром просылала? Что, принес молока? Конечно. А где ты его взял? Здрасте, как где? У Никитишны. Так у Никитишны с козу украли. Что? Что ты за человек такой, Валентина? Я. Конечно. Не дослушай это, Ольга Николаевна, вот объясните мне, вот как я живу с этим человеком? Нет, ну действительно, козу ведь украли. Что за дурная привычка перебивать? Я же тебе говорю, я у Никитишны козу украли, и я это... У город ездил. А что город? Да. Ну вот это ты нормальный, не? То дай молока, то не дай молока, то купи, не купи. Сначала определись, а потом уже приказывай. О, Женек, ну, как дела? Как экзамены идут? Нормально. Завтра хореография. Хореография? Это хорошо. Давай, показывай, что завтра танцевать будешь. В смысле показывай? Зачем? Как зачем? Порепетируешь на зрителях. А мы посмотрим, может, даже еще и подскажем. Я известный соловей. Валюха, он до 30 лет в хоре пела. Ну, потом... Ломка голоса, мутация поздняя. Карьера оборвалась. Ну, а за Ольгу Николаевну Фицджеральд я вообще Иван молчу. Иван Степанович, может, хватит уже в конце концов? Ладно. А хотя, Евгеша, лишний раз прорепетировать не мешало бы. О! Вы что, серьезно? Вполне. Ну, ладно. Вы сами этого хотели. Прошла коза твоя проверку. Надо по-крупному ставить. Я сегодня все деньги с книжки снял. Да ты шо, да. С ума сошел? А если она ошибется? Не ошибется. Козу как зовут? Майя. Вот. А конец света кто предсказал? Вот она, то-то я. Ай, я сейчас не понял. Может, волки? Ага, леопарды. Вместе с миской, с веревкой, с полуметровым колом. Что-то больно голодные были. Вот нелюдь. Стояла животина, никому не мешала. Взяли, отвязали и увели. Ну как так можно брать чужое, Вань? Да хорош тебе причитать. Полицию еще вызови. Не, ну просто обидно. А что, это идея. Какая идея, Вань? Подожди, подожди, не мешай мне, я сейчас думаю. Слышь, Алексеич, а вот за то, что мы нашли место преступления, нам там премия не полагается или медаль? Благодарность за исполнение гражданского долга.
Так как, вы говорите, здесь очутились? Ну как? До лесу пошли и очутились. Что-то далеко вы до лесу ходите. Стыдливые мы очень. Вместо того, чтобы он глупые вопросы задавать, давай, осматривай место преступления и улики собирай. Что, нам за тебя всю работу делать? Алексеич, ты милиционер или папарацци? Ты вместо того, чтобы фотографировать, лучше собаку вызвала. Она след взяла. Какую? Ну зачем собаку? Что? Тут уже поздно собаку. Мы натоптали уже здесь. Так. А это что такое? А что это? Английский след. Иван, ну что ты трындишь? Алексеич, соберись, дело серьезное. Раскроешь тебе полковника сразу и в район. Твой шанс. Да, последнее дело Мегре. Так, все, давайте, идите отсюда, не мешайте работать. Все, уходим. Только ты козу обязательно найди, она нам вот так нужна. А что ты смотришь-то? А ты что уставился? Ну, молока в деревне нет, приходится в город ехать. Все, пошли мы. Не оглядываться. Если запомнила, попытайся воспроизвести мелодию. Олечка, а что вот это она там воспроизводит? Ой, Валюша, музыкальный диктант. Ольга Николаевна, вот я сколько лет вас знаю, все время поражаюсь, а вы как партизан. Ни слова о вашей вокальной карьере. Иван Степанович, даже не начинайте. Обижусь. Молчу. Хорошо. Но с одним условием. Если вы все-таки расскажете, почему это вы не пошли на последний экзамен по вокалу? Ба, а ты что, тоже поступал в Институт культуры? Я понял. Вам либо храбрости не хватило, либо таланту, да? А знаете, Иван Степанович, пожалуй, вы правы. Подружки на принцев гадая, свечу у зеркал зажигают. Знать любит, не любит, желая, у сотни ромашек они оборвут лепестки. К седой ворожее с надеждой бегут толкования непонятых снов, ожидая. И в ночь на купалы ручью доверяют венки. В надежде на свидание ромашки рвать не стану, не привлечет внимание цыганка ворожбой. Мне ни к чему гадания, в глазах твоих сияние, как предзнаменование, что буду я с тобой.
знаменование, что буду я с тобой. Пора западает. Точно, как коса предсказывает. Чш, не сплазь. Молодцы. Кто играет? Испания, Хорватия. И как? 0-1, и испанцы душат. А когда же это у нас такая любовь к футболу проснулась? Мы хотим быть похожими на тебя, дедушка. Да хорошо. Это замечательно. Это прекрасно. Просто прекрасно. А как про козу узнали? Про какую козу? А, про козу. Угу. Так ты же сам 3 дня подряд в лес уходил с морковкой, а возвращался с молоком. Вот мы тебя и выследили. Да, старею. Ну и где коза? Какая коза? Коза. Коза, дереза. Пошли. Пошли. Тихо-тихо-тихо. Рядышком с дедушкой. Вот так все. Рядышком. Внученьки, рядышком с дедушкой. Спасибо тебе, Евгений Борисович, еще раз, что согласился. Да ну что ты, для нас это прямо честь. Скажи, Мить. А, да, я, конечно, тоже очень рад, очень. А где Валя с Иваном Степановичем? А эти всегда опаздывают. Как в налоговую, они отчет забудут. Как в церковь, так наверняка крестик или платок. Да ладно, Евгений Борисович. Вот они, едут. О. Русю, успели? С вами только свяжись с клушами. Ладно тебе. Вот сам. Так. Давайте. Давай, быстрее. Ой, с тобой знаешь, что хорошо Валюха делал? О! Давайте. Ой, ну наконец-то. Я извиняюсь, но это клуша платок забыла. Да фу на тебя, как будто ты крестик не забыл. Ай, Ванечка, да, ну, как дела? Все нормально, Митюш, все нормально. Коза нашлась. О, да ты шо? Ну не одна, а с партнерами. Да ты шо, а как нас вычислили? Когда эти забыты кого угодно вычислят. И главное, что в сарай к нам притащили, что если найдут, то, мол, мы не виноваты. Достойная смена подрастает. Ой, на тебя похожая, да. Я у меня прямо руки трусятся. А где сейчас наша кормилица? Я ее на старое место вел. Там точно искать никто не будет. Ну шо вы там? А, да, все, все. Как эти, иди сюда. О, Борисыч, привет. Сан Саныч. Борисыч, а ты тоже кого-то крестишь, да? Что значит кого-то? Вот дочку Буханкиных и крещу. Да, да, я не понял. А я тогда кого крещу? Ой, понимаешь, это... Валя, а ты ничего Ивану не сказала? Я? Мне Лариска сказала, что ты скажешь. Вань, нам же нельзя вместе. Мить, ты шо? Понимаешь? Я понимаю. Все, я теперь я понял все. Ну что ты как здрасте, Ваня? Нет, все правильно, ничего. Ну нельзя так нельзя, чё ж. Борисыч, он, конечно, крестный получше меня будет. Поехали. Ой, ну погоди. Все, ну, понятно. Иван Степанович. Да ладно. Ну прости, ну я не виноват. Ну так получилось, Вань. Ну, Вань! Вань! Да ладно, подуется и вернется. Пошли.
сволочь, Митя. Тебе прямо объявление надо в газете давать. Порчу праздники свадьбы Кристины. Когда вымерзлые горы и реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, чтоб ты владела мной одна. Все отдал бы за ласки взоры, чтоб ты владела мной одна. Не упрекай несправедливо, скажи всю правду ты отцу. Хры уже дуться. Лура Валю первая попросила, что мне оставалось делать? Тем более мы с тобой и так помогли. А породниться с Борисовичем? Не каждый день такой шанс выпадает. Спроси у сердца ты советов, прознает кровь. Теперь Борисович в нашей семье, клан-то крепнет. Мы же, блин, Вань, теперь мафия. Слушай меня внимательно, мафиози. Если ты мне еще раз такую свинью подложишь, я тебя в тазик с бетоном закатаю и на корм рыбам пущу. Бабена? Бабена, Вань, бабена. Ну, отлично. Давай выпьем. Умчались мы в чужую, а через год он изменил. Забыл он клятву раковую, когда другую полюбил. Забыл он клятву раковую, когда другую. Слушай, Вань, там же сегодня матч. Ты сходи-ка. А ты что, вообще, что ли, с ума сошел? Ладно, ты типа обиженный, а мне не с руки. Ты уйдешь, никто ничего не подумает. И верят святости, обета беги с возлюбленным своим. Делаем. Три, четыре. Дай выйти! Гореть тебе в аду, Буханкин. Ваня, ты куда? Да ничего. Подуется, придет. Слушай, ты... Представительница древней цивилизации. Ты уж давай. Не ошибись. Ставки-то высокие. Руки вверх. Ой. Алексеич. А чё ты тут? А я, Ваня, подумал и вспомнил, что преступника всегда тянет на место преступления. Вот и заглянул на огонек. Ничего себе. О, как. Совпадение какое. Я тоже так подумал. Да-да. И по этому поводу решил тут демонстрацию устроить, да? Козу нашел. Не. А тут же все так и было. Я... Ваньку, Ваня, ломать будешь дома. А сейчас давай бери козу и... Пошли в участок. Чё? Только давай без разговоров, а то прогуляешься в наручниках до деревни. Чё, какие наручники, Алексеич? Давай, топай. Ну подожди, ну какие наручники? Ты же мне велосипед к забору пристёгиваешь. Топай и без разговора, да? Да ладно, не переживай ты так, женёк. Сдашь ты этот экзамен. Меня чуйка никогда не подводила, потому что чуйка моя, она же... Тише ты, сударь. Ты когда-нибудь свой рот закроешь со своей чуйкой, тотализаторщик долбанный, и опозорит перед всеми людьми. Ну ладно, Валюха, ну с полночи пилишь, ну сколько ж можно? Сколько нужно. Детей утянул, козу украли, все, как с гуся вода, да, как долбанный сейчас. Да, все, за нами. Ага, иди сюда. Мы сейчас пойдем узнаем, где там музейский экзамен, а тут, чтоб села и никуда, ты меня понял? Я понял, тебя уже весь институт понял. Не умничай, сказал. Все, сижу. Мужчина, а вы не скажете, который час? Без понятия, я счастливый. А то ребенок туда зашел, сдает. А что это было? Женщина, вы что, с ума что ли сошли? Встаньте! Гитара это была!
Давайте инструмент, Евгений, через одного. А тут это... Вы в своем уме? Ты что это сделал, малохольный? Да это что, я-то тут при чем? Это он и насила. Я вся на нервах. Все ясно. Женек. Все закончилось, даже не начавшись. Иван Степанович, вы в своем репертуаре. Была права, баба. Зачем мне этот институт культуры? Пойду, как ты, на финансы и кредит. Ну, то, что я поступала в институт на вокальный, ты уже знаешь. Но ты не знаешь, почему я туда не поступила. Но я родителям не сказала, куда я поступаю. Они узнали накануне. Нет, они не запретили. Они... предостерегли они, посоветовали они. Объяснили. А что ты? Я? Я струсила. Не пришла на последний экзамен. Но, в принципе, я не жалею. Нет, не жалей. У меня как-то жизнь сложилась. Но иногда мне обидно. Знаешь почему? Потому что ты не стала певицей. Нет. Потому что я предала мечту. Жень, не повторяй моих ошибок. Ну, а что делать? Инструмент все равно уже сломан. Тю-т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 ю. Тоже мне проблемы нашла. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. О, Господи. Евгеша, заходи. Добрый день, Евгения Ковалева. Извините, а у вас что, дуэт? Нет, я аккомпаниатор. Простите, но... Сергей Павлович, ну какие проблемы? Со своим инструментом можно, со своим аккомпаниатором нет? Ну что? Начинайте. Прошу. Благодарю вас. Из распахнутых настежь окон переплетаются взгляды и руки, перемешаются краски и звуки, танец любви и разлуки, сладкий несбывшийся сон. Есть только час на прощание или прощенье. Вдруг этот вальс твой поклон, шаг навстречу ко мне. Люди застыли вокруг в изумлении. Замер, казалось, весь мир на мгновенье. Шепот и прикосновенья — это все словно во сне. Я так любила сны, в которых мы кружились 3 месяца весны. Они так часто снились. Пусть нашей нет вины, что нам пришлось расстаться, но стало спать.
я умоляю тебя. За время нашего отсутствия с Валей ведите себя подобающе. Ольга, ну перестань, ну. Не перестану. Не перестану, Саша. Потому что я уверена, что первая фраза Ивана Степановича после нашего отъезда будет что-то вроде: ну что, Саныч, давай по пятюне. Олечка, ну ты у меня совсем за мальчика. Ой, Саша, Иван Степанович, даже мой папа становился мальчиком. Левее, 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 левее. Ой, Валюха, не знаю, как я тут без тебя буду. Хотя, знаешь, не каждый день приваливает этот речной круиз по Золотому кольцу. Сейчас так что, ладно, езжайте. Но скучать я по тебе буду страшно. Ой, ладно, так я тебе поверила. Давай грузись. Ой, одень-ка с Никитой. Да здесь, мужик у часа сидит. О, нашлись. А где билеты, Олечка, билеты? У тебя? У тебя, я тебе давала. Значит так, двое из ларца. Слушайте меня внимательно. За бабушками присматривайте. А то я их знаю, они варежку откроют и в речку попадают. Потом вылавливаю их сетями. Вот, я же тебе говорила. Ну, я тебе... Кстати, бабу Валю не всякая сеть берет. Слушай, ты сборная России. Смотри, чтобы все нормально было. За Женечкой приглядывай. Да ну ладно, все будет. Все будет хорошо. Накрасила. Давай, тебе можно. Вася Иванович. Езжайте уже, а то опоздаете на свой пароход. И потом будут приятности. Я говорю, да, я понял. Ну ты что, ну когда я подвози? Ты что, когда? Пока! Ну что, Саныч, по пятюле? Лето ждем порой, следом за весной, умытой грозами. Но когда жара сводит нас с ума, грустим по осени мы. Осень застучит ливнями, ворчим, когда же снег и метель. Лишь январь начнет календарный год, нам снова снится апрель. Земля кружится, и мы кружимся, и весной вернутся птицы. Все повторится, и первый гром, и первый снег, все повторится. Нам просто надо в карусели этой не пропустить. Костры походные, гитары и туман у реки, зарю рассветную, слова ответные. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Этой не пропустить. Костры походные, гитары и туман у реки. Устану опавшую, сады уставшие. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Давай, еще по одной. Не, вот эти вот передышки друг от друга, Саныч, это дело хорошее. Я вон Валюху круглые сутки вижу, 5 лет, как на пенсию вышел. За 3 надо инвалидность давать, а я уже 5 лет. Давай за чистый воздух свободы и за завтрашнюю рыбалочку. Я за свободу с удовольствием. А вот насчет рыбалки, извини, Степаныч, у меня завтра дел по горло, не успеваю ничего, никак. Саныч, тебя шо? Трудоголик какой кусил. Мне тоже Валюха список написала. Ну и что? Баб неделю целую не будет, так что успеется. Да нет, знаешь, дело в том, что я завтра тоже уезжаю. Ну что ты меня так смотришь? Мне достали билет на финал чемпионата. Понятно. Ну что тебе понятно? Да все мне понятно. Все мне понятно здесь все. Что я тут? А ты там, на футболе.
Ну, и вроде как мы не сваты. Все понятно. Да нет, ну... Слушай, я... Я просил достать два билета, но всего один получилось. Я понимаю, как это выглядит. Ну что теперь... Ну да, а шо второй можно там купить? Вот это твоя профессорская голова не догадалась. Догадалась, а? Ну ты знаешь, сколько он там сейчас стоит? А что ты мои деньги считаешь? Ты что думаешь, у меня что, денег, что ли, нет? Нет, я... Есть деньги у меня, есть. Ну я посчитал, что это неразумная трата все-таки. Заканчивай этот свой ректорский гундеж. Ты на поезд билет достать сможешь? Ну, это без проблем. Ну, все. Вот и все. Вот и хорошо. Вот и все. Надо ж как-то приготовиться. Доброе утро, Женек. Доброе. Эхе-хе-хе-хе. И? А? Не-не-не, это я так. Читай. Это я вот смотрю на тебя и думаю, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же время летит, а? Еще он вчера под стол пешком бегал, а сегодня уже все. Сегодня уже студентка. Красавица он какая выросла. Самостоятельная, ответственная, но на такую, если шо куда уехать, так и хозяйство не страшно оставить. Не, дедушка, ты преувеличиваешь. А? Я же реально смотрю на вещи. Я ни готовить, ни стирать толком не умею. А если воры в дом полезут, кто меня защитит? Или я заболею? Я же сама себе горчичники не поставлю. Все-таки как хорошо, что ты всегда рядом со мной. Не, погоди. Ой, жарко что-то. Слушай. Погоди. Помоги. А, да, да, конечно, да. Погоди, Женек, какие воры? У нас он, Алексеич, он напротив живет. Как? Не, у нас, откуда у нас воры? Нет. Вам воров, а жарюха такая стоит. Как ты заболеешь? Это вообще нереально. И готовишь ты нормально, я пробовал. Я... Дедушка, пообещай, что ты не бросишь меня никогда. Ну, конечно, только я... Что? Ничего, просто ты такой смешной. Чего? Мне еще вчера Катька позвонила, сказала, что вы на финал едете. А это? Так ты меня как бы... Моя... Моя школа! Да. А я думал, что ты... Езжай, со мной все будет в порядке. А это... А перед бабушкой тебя прикрой, не волнуйся. Моя, моя! Я уже вообще... Иди за сумкой, вон с тобой уже приехали. Ага, иду, иду. Привет, Женек! Здрасте, Саша. Ну, а где наш самый главный болельщик в мире? А он вот... Подтягивается, подтягивается, не переживайте. Ну, ты меня все-таки... Я как тын-дын. Вот это ты вся в деда. Во! Ха-ха! Привет, Катисон! Здрасте, Леонид. Опа, привет, профессор. Привет, Катюш. А что ты стоишь? Давай, загружайся, я пока распоряжение дам. Ну что, как говорил классик, красавицы, hasta la vista, baby. За хозяйством смотреть, на речку не ходить. Договорились? Договорились. Ну вот. Вот и добрый, так обняли. На удачу, деда, быстро. Вот так, хорошо? Чё ты сразу вошкайся? Чё ты вошкайся? Давай, садись. Трепещи мундиаль, как говорится, да? Между прочим, мундиалем называют чемпионат мира, а мы едем на чемпионат Европы. Ладно. Ой, умничай, хорош. Слово красивое, да? Мундиаль. Это ж наши люди. Это ж они какие. Так, хора платочками махать. Иду и за купальником. Кать, тебе не стыдно?
Еще и след не остыла от нашего обещания, как ты предлагаешь свинтить на речку. Господь с тобой, подруга, какая речка? Мы едем на море. Алешенька, голубчик, подавайте машинку. Алло! Алло! О-о-о! Привет, Валюсон! Кто выпил? Нет, я не выпил, я сухой, как лист. Ну, соскучился, поэтому так и говорю. Жена ты мне или кто? А? Что делаем? Да ничего не делаем. Сидим вон с Санычем, с девчонками, это, в окно смотрим. А, полью я перцы твои. Ну, обещал же, полью. Кто стучит? Где тут? Ну, тут ничего не стучит. Это у голове твоей стучит. Что ж ты хорюшь-то? Да тише ты. Все, Валечка, все. Денежки не трать, я вечером тебе перезвонюсь. Вот что за женщина, а? Вот и все ей надо знать. Что я хотел сделать? Что я сделать хотел? А! Женьке ж я хотел позвонить, чтобы она же эти перцы полила. Леха, музыку! Yes, ma'am! Алло, дедулечка? Привет, Женек, как дела? Чем занимаешься? А мы с Катей и Лехой на кабриолете на море едем. Да, ну насмешила. Прямо юмористка вся у меня. Ты там это, перцы полей, а то мне баба Валя голову оторвет. Я уже все полила. Вот молодец, я знал, что на тебя всегда можем положиться. А что там шумит? Так я ж тебе говорю, дедулечка. А нас Леха на ворованной тачке везет на море. Ну, все, хватит. Один раз пошутила и хорош. Все, давай. Чтоб все там было хорошо, целую. Пока, дедулечка. Фу, подруга. Ну ты нормальная вообще, а? А чего вы удивляетесь? Если хочешь, чтобы тебе не поверили, говори правду. Что я, кстати, и делаю, в отличие от некоторых. А че сразу на ворованной? Директор СТО попросил меня протестировать машину, потому что я диагност от Бога. У меня руки золотые. Леха. Ну, взял на выходные покататься. Ну, он все равно ничего не заметит. Ля, вам вообще какая разница? Ой, Алеша, погубит тебя эта страсть к дешевым понтам. Так, спокон, мамон. Расслабляемся, бейбы. Да, давненько я у Киеве не был. Надо же ехать как-то. Да не переживай. Как говорят у нас в Кучугурах, das ist fantastisch. Окей. Оу, hello, dear guests. Welcome to the capital of Ukrainian hero town, Kiev. Ладно, что ты наговариваешь, hero town. Красивый город у вас. Киев. Ну что, наши? А кто? Тогда добро пожаловать в Киев, мать городов русских. Полиглот. Это что, в языках соображаешь, да? Так работа ж такая. А. Вам куда, в гостишку? Чему же хата нужна? У моего кума гарна хата есть. Не, если знаешь, где достать билеты на финал, тогда поедем. Да не вопрос. Возле центрального стадиона мой земляк Миша Платини стоит. За футбол все решить может. Все, договорились. Ну тогда седайте, хлопцы. Седайте. Это по-нашему садитесь. Ну, у него с языками слабо. Ты даже не спросил, дорого, нет? Что-то... Да ладно тебе, господи, один раз вырвались, вот не жлобись. Господи, на что я тебя с собой взял, а? Алеш, у меня создалось ощущение, что ты решил оставить этот чудный город
без матрешек и чесалок для спины. Да это уже все сувениры. Вот чесалка это Зойки соседки, а это Райки Рюмшиной. Она же ее, Райка кума Зойкина и сестра Любкина. Им же надо что-то разное, а то передерутся. Вот не знаю, что Панины подарить. Они мне такой халатик из Турции привезли. Такая прелесть. Слушай, не знаю прямо. Им же надо что-то такое. Я, конечно, понимаю ваши тонкости кучугурского дипломатического, понимаешь, этикета. Но дело в том, что теплоход не... Олечка, что делаешь? Ваня! Стойте, вы здесь! Ваня! Вы здесь! Вы здесь! Ваня! Олечка, что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Ваня, что делаешь? Куда? Оля! Вы здесь! Ваня, со мной! Подождите! Подождите! Хорошо бегут! Я бы на тебя посмотрела, когда у тебя внуки одни на теплоходе остались. Без присмотра. И с каютой в полном их распоряжении. Да, их можно понять. Бабушки, не волнуйтесь, все будет хорошо. Нас забыли. Ваня. Где-то здесь он должен быть, Клод. Он тут всегда тут служит. О, Мишель! О, ну, здорово. Сонечки, давай. Привет. Ну, знакомьтесь. Миша Платини. Диего Армандо Будько. А это Дэвид Беркович. Нам бы, коллега, один билетик на финал. Да без проблем. 1000 евро. А ты ничего не перепутал? Нам не в состав команды, нам на трибуну билетик. 1000 евро. Дорого, ну, походите, поищите, может, дешевле найдете. Саныч, можете на секунду? Сейчас. Я обалдею, хотел раз. Такой мешает. Нифига себе. 1000 евро. Да я за 1000 евро, я... Я до хрена что могу Иван сделать за 1000 евро. А я тебя предупреждал. Да понятно. И ну все-таки финал. Раз в 4 года такое бывает. А что там раз в 4 года? Раз в жизни такое бывает. Что, я зря перся сюда? Не, ну надо брать, конечно. Только это, Саныч, у меня тут такое дело. У меня немного не хватает. Не добавишь? Да давай, Оля, конечно. Сколько? 920. Ну, понятно. Я ж думал, ты друг, а ты так, попутчик. Я в банкомат. Да? Саныч, я ни на секунду у тебя не сомневался. Мужики, никуда не уходите, будьте здесь. Саныч, а ты что, обиделся, да? Ну, что вы будете? Подожди, Саныч. А ты что, обиделся, да? А где тут банкомат? Вот красопеты, вот оно и море. Леша, это же всего лишь лиман, а до моря еще ехать и ехать. Так, девчонки, я замахался уже до моря ехать и ехать, да и бензина может на обратную дорогу не хватить. Ну а что вы, гляньте, красота. Дикие места, сейчас галика разденемся и... Слышь, тебе что, машине голову надуло? Да шучу я, господи. Ну что, купательный сезон открыт. Вы как хотите, а я погнал. Эй, там где клён шумит? Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Эх, хорошо! Деваки! Водичка супер! Да не волнуйтесь вы так, товарищи женщины. Не волнуйтесь. Догоним мы ваш теплоход. Главное, вам повезло, что наш Мазерати заправленным оказался. Дальше дело техники. Мы в Костроме завтра утром. Раньше не будет. Спасибо. Огромное вам спасибо. Господа полицейские, огромное. Да спасибо. Не за что. Вот же ж, зараза. Ну что ты будешь делать? Никита унизоны. Что делать, Оля? Звони Вике.
Так она ж то же самое. Олечка, набери Женьку. Может, они домой звонили? Да, не дай бог Иван узнает, он же тебе голову снесет. Леша! Леха, не шути так! Леш! Катя! Быстрей! Леха! Леха, я тебя спасу! Леха! Леша, Лешечка! Давай, Катюх, потащи! Давай! Лешенька! Что с тобой? Леша! Леша, Леша! Давай! Давай! Помогай, Катя! Давай! Давай, 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 давай! Тащи его! Леша, что с тобой? О, Господи, что? Ну что с ним делать, Господи? Леша, напряги себя. Леша, Катя, делай искусственное дыхание. Телефон. Жилечка? А, да. Да, Вакульчика, привет. Звоню. Здравствуй. Спросите, как дела? Дела? Да в порядке, Вакульчика. Никто не звонил? Нет? Дурных вестей не приносил? Да. Нет, бабулечка, все хорошо. Ясно. А то вы просто с бабушкой Ваней волнуете. Как вы там без нас поживаете? Класс! Мы вам привет передаем. Ты что, живой? А ты что, не рада? Это скотина! Ну ты придурок, Леха! Да, бабуля? А мы это, дурака валяем. И кому-то сейчас будет полный конфет. А, бабулечка, ты просто так звонишь или что-то важное? Просто так. А, я поняла. Извини, что потревожила. Да, бабулечка. Все, обнимаю. Давай, пока. Ну что? А ну иди сюда. Да, правда, Катюш, я тебя сейчас сделаю. Куда ты бежишь? А мальчик, стой! Молодой! Мне это нравится. Чемпионат не в одной гостинице, свободных мест нет. Иван Степанович, не нуди. Ну, тебе же сказал человек, у кума хата есть, мы же едем. Так вот и едем. А-а-а. Едем. Вылазьте, хлопцы. Саныч, вот что ты за человек, а? У Киеве хорошая погода. Хорошо, я Валькин сон взял. Ничего себе. Слушай, ты, Микола, Хершикола, а ты шо, когда про хату говорил, ты шо, имел в виду реальную хату? Ну да, а шо, за 300 гривен, отличные условия, тут тебе и колорит, тут тебе и свежий воздух, а главное, охрана, мій кум тут охранником працюет. Шо он делает? Работает! А вот и він, здорово, куме! Ласкаво просим! Доброго здоровечка! Лучшее сочетание в Киеве. Цена плюс качество. А? Оно и видно. Ну что, Сан Саныч, лучше, чем ничего. Дай этим гуманистам 300 гривен. Как? Ну не на улице ж нам ночевать. Как? Да, туалет на дворе, постельное на печи, мини-баром пользуемся бесплатно. Ну и на том спасибо. Будьте здоровы. Ага. Спасибо. Пока. И вам не хворать. Ну шо, Сашко, крестьянский сын, пошли заселяться. Господи, ой. Слышь, Серега. А это не тот японец, что в розыске месяц числится. Так он, родимый, ты дверку-то заблокируй. Запросто. Гражданочки, вы посидите минутку, мы быстро. Главное, не высовывайтесь. Ломать не строй. Так, здесь у нас что? Ух ты! Апартаменты. Да.
Ну, теперь ты понимаешь, Саныч, откуда столько тоски и грусти в стихах великого Тараса Григорьевича Шевченко. Быт крестьян 18 лет. Да ладно! Митяй до недавнего времени, пока не женился, так же жил. А что, Иван Степанович, не воспользоваться ли нам мини-баром? Так сказать, для сглаживания неровностей быта. Дорогой ты мой парубок, первые здравые слова за сегодняшний день. Наливай. Но надо нанести упреждающий удар. В смысле? Валюхе позвонить, чтобы нам потом не мешали. Вчера во время ныряния совесть потерял? Да не, шо же, ля, Кать. Я думаю, шо мы мяч не взяли? Сейчас бы мы как игранули бы. Отмазка на 3 с минусом. Вот именно. Как и идея спать на пляже, а не в машине. Ой. Чего ты стал? О, Алексис, а я вижу, вчера так и не угомонились, да? Так. Или мы сейчас услышим версию про приступ лунатизма? Так, все, девушки, хорош меня вот это стебать. Ну, выпил, и шо? Мы на отдыхе. Между прочим, у нас приключения. Так, Индиана Джонс, да? Давай выветривай пары своего вчерашнего идиотизма и поехали домой. Шмотки в машине? Шмотки?
какие шмотки. Так, Алексей, ты не в военкомате, не прикидывайся. Шо? Шмотки, которые мы вчера на ночь просили тебя оставить в машине. Ну? Где? Ты что, их не переложил? Катюш. Где вещи, Леха? Катюш, так они... Ой, они, блин. Так где-то здесь, Катюш, Господи, слушай, ты не переживай. Ну там денежек, кропалек. Я? Ну вещи, вещи, где наши вещи? Катюш, ну что ты? Ну сейчас мы тут найдем где-то они. На где-то же, где-то же они едут. Аня! Аня, Вова, за мной! Давай я, давайте! За мной, за мной! Да, 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 Олечка! Господи, шанс! Женщина! У меня брат в речной полиции работает. И что? Что? Сейчас все решим. Вот, это уже конструктивный подход. Ой. Господин брат речного Ой. Полицейского. Господи. Давайте. Сейчас. Давайте. Точно. Саныч, за мной. Срезаем вот так. Откуда ты знаешь, что нам сюда? Да ты что, у меня в голове такой навигатор, что мама не горю. Так. Ну что? Что? Спокойно. Включаю геолокатор. Вот туда пошли. Со мной не пропадешь. Я тебе говорил, что я в армии лучше был. По движению по картам. Тупик. А где твой навигатор? Ну, карты устарели. Надо перезагрузить. Что ты смотришь? Давай со мной, опоздаем. Что ты за человек? Я и транспортом, и жильем от тебя обеспечил. Я же билеты купил. Не надо попрекать меня деньгами. Вот, сейчас со мной. Вон, вон идут. Все нормально. Супер. Ни вещей, ни денег, ни телефонов. Если где-нибудь давали премию за самую идиотскую поездку на море, то наш дружный коллектив взял бы гран-при. Я себе тоже представляю. Красная дорожка, и я такая. Thank you, thank you. Я хочу сказать спасибо Господу Богу, моей подруге Жене, автосервису на Никитской, который так любезно предоставил нам автомобиль, не зная об этом. Ну и конечно. Я хочу выделить нашего водителя Алексея. Без него бы у нас ничего не получилось. Так, девчонки, хорошо. Леша Антон, Леша Антон. Я их на море свозил, катаю их, стараюсь. Делаю тут для них все. А... Ё-моё. Что такое, Лешенька? Неужели что-нибудь еще может случиться? Нас может попалить мой директор СТО. Да что там? Он нас уже попалил! Где? Катя! Стой, Леха! За что? Леха! Что делать? Там это! А ну стой! Куда ты рвешь? Что, Леха, меня? Тихо! Остановись по-хорошему! Не бой под него! Они куда нас не посадят! Что я тебе сказал? Я тебе ноги повырываю! Ты что, не понял? Ты крышу снял! Чем баран! На ходу крышу закрываешь! Да поломаешь! Стой, гаденыш! Я тебе ноги повырываю! Я тебя догоню! Я тебя сделаю! Я посмотрю! Тут еще и окна закрываю! Ну ты гад, а! Oh, 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 oh
Сейчас пассажиров нет. Вот уж. Да, да, тут трудно было подождать. Граждане. Это не мы опоздали, это вы раньше уплыли. Да кому ты говоришь? Мы смотрели на часы, и не надо нам тут. Это сервис у вас такой, да? Мы на вас суд будем подавать. Правильно, Олечка. Нас тут дети остались. Вы детей оставили. Гражданочки. Успокойтесь, вы пожалуйста. Спокойны абсолютно. Мы в курсе сложившейся ситуации. Хорошо. Нам полицейские из Ярославля позвонили и сказали, что вы догоните нас в Костроме. Шо? Мы ждали вас до последнего. И что? И что? Высадили детей на речном вокзале. Как? Вы? На вокзале! Вы что, их высадили прямо на вокзале, что ли, бросили? Сами их детей! Да никто никого не бросил. Они остались там под присмотром администрации. Какой администрации? Аля! Кто там такой? Кто? Честно говоря, я думал, что вам сообщили. Кто? Ну что ж. Кто? Придется идти с нами до Суздаля. А дальше... Когда-то я подумать, простой кучугурский пацан, что я буду смотреть финал чемпионата Европы. Здравствуйте. Здорово. Ваши билеты, пожалуйста. Давай, сейчас, надо, давай билеты. Сейчас. Ну давай быстрее уже, что ты копаешься. Сейчас. Ну что, застряли? Саныч, ты... Куда их положить? Вот здесь они были. Во сторону отойдите и все. Ну, вот оттуда и достань, куда положи. Да нету их там, ты не понимаешь? Саныч, не пугай меня, не рушь детскую мечту. Я потерял билет. Извините. А ну открывай, придурок! Владлен Эдуардович, а вы как здесь? Что ж ты творишь, гаденыш? Люди на диагностику машину оставили, а ты тут своих телок катаешь? Еще решил со мной погоняться? Молния Маквин, твою мать! Владлен Эдуардович, вы не так все поняли! А ну вылазь отсюда! Все. Бегом! Все. Девочки, приехали. Сейчас. Так. Женек, все, с прибытием. Здрасте. Все. Снежана, садись, поведешь. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Машина плывет. А движок? Ты уволен, придурок. Допрыгался? Не, ну... Награда нашла своего героя. Не, Женек, девчонки, ну мы ехали. Ой, ну Телюха в баню, а? Они... Ну, что будем делать? Ну, что делать? Хватит дуться, Иван Степанович. Ну ничего не изменишь уже. Я билеты купил, я их и потерял. Да, Саныч, это ж надо, а? Припереться на поезде в Киев, переночевать где-то в средневековье, а теперь добираться попутными электричками, чтобы еще и по телевизору финал не посмотреть. Ладно, ну, чё ты гундишь?
Ты же прекрасно знаешь, что билетов на прямой поезд все равно не было. Что прикажешь, на такси добираться? Ребятки, ваши билеты, пожалуйста. Сейчас. Саныч, не пугай меня. Билеты на финал. Это билеты на футбол, а на электричку. Ну, ищите, ищите, давайте билеты. Сейчас. Что я могу сказать, Саныч? Это Оскар. Орден Ленина и профсоюзная путевка. А в какую лечебницу? Это ты уже, я думаю, догадываешься. Не надо мне сейчас ничего говорить! Я вот сейчас вот так пойду, а ты мне еще фору дашь. Полчаса, чтоб рядом не волындаться. Ладушки? Вот и хорошо. Вот уже где, уже все! Только приехали, я еще на вокзале сказал, что трусы свои зашил, свои билеты и деньги все. Нет, нет, у него своя голова. Иван Осипов. Там все, кроме ума там все. Иван, подожди. Хорошо, правда. Путешествовали. Маму, не горюй. И на что-то там оно мне надо было, это золотое кольцо. Сидела дома, так хорошо. Поддалась я, Клуша, Оля, на твои росказни. Валюша, прекращайте упаднические речи. В целом, путешествие получилось очень даже увлекательным. Да уж. Увлекательная. Ай-яй-яй-яй-яй, а? Ой. Саныч, а ты линфоцитам не пробовал принимать? Ага, попробуй. Это для памяти. Очень, знаешь, помогает, чтобы там у тебя... Потому что с этим же надо что-то делать. Да. Альцгеймер, Саныч, он не за горами, и он безжалостен. Ой-ой-ой-ой, это ж кому рассказать, а? Это ж сразу в брехуны запишут. А оно нет. Вот оно такое, рядом идет и еще ничего. Да я понимаю, что я виноват, но... Да молчи уже. Бреди тут теперь с тобой по гречишному полю. А это гречиха? Да, гречиха, да. Знакомься, Саныч, гречиха. Гречиха, Саныч. Чтоб я еще, когда тебе что-то доверил, да не в жизнь! На трамвай билет теперь не получишь, понял? Так, передохни-ка, Иван Степанович. Олечка звонит. Алло, Олечка, привет. Привет, родная. Как ваши делишки? У нас все хорошо, Сашенька. Вот плывем. Как раз мимо проплывает Переславль-Залесский. Красота. И дети, в принципе, дети счастливы. Вот. Так что, как ты? Да, все прекрасно, Олечка. Ага, все прекрасно. Конечно, как ты предполагал, Иван Степанович меня соблазнил, но я кремень. Да, да, да. Не поддался. Кремень. Так что все, сижу дома, работаю с документами. С фиктивными. Слушай, ты или помолчи, или поддерживай легенду, или он ловил лучше машину. Я? Наглость он еще и приказывает. Да? Не, вот это у вас, у ректоров, у вас всегда, видать. Как погода? Все хорошо, Олечка. У нас неплохая погода. Да. Да. А у вас? У нас жарковато немножко, а так, в принципе, хорошо.
Олечка, ты знаешь, я так соскучился. Я тоже, мой дорогой. Ну ничего, мы увидимся же скоро. О, смотри, я тебе еще и автобус поймал, чтоб ты без меня делал. А вообще, знаешь, мой дорогой, уже очень хочется домой. Переслав Лазаревский, это очень хорошо. Алло. Саша, а что такое? Это ты так работаешь дома с документами? Олечка, а ты так путешествуешь по Переславль-Залесскому? Ну... А ты что тут делаешь, придурок? Я скучаю. Ты... Что у тебя на голове, чучело? А где твой пароход? Да, нет, я... нас вообще потеряли. Да. Бабушки нас еле догнали. Дома, ты что, детей потеряла? Так, с вами разговор о вот деле. Вот этого я тебя вообще не ожидал. Ну, что ты, хвоста ставишь? За детьми на воде в два раза сильнее. Так, Катя, а вы здесь как оказались? Ты посмотри. А мы... А вы что здесь делаете? Мы это бабушек встречали. Что неважно. Бабушек? Это... Катя, почему в таком виде? Не надо стучать. Мама, а почему раздеты? Молчи. Почему ты все равно умоешь? Я сто раз говорю. Да раз. Я тебя дома оставил. Вот ты по одессе схлындаешься. Ты что с голым пузом? Подожди, подожди. Не надо эти с детьми разберусь. Почему мы бабушек какие-то мужчины? Я бы поговорил, когда ты дитя поглотил. Как я люблю, когда вся наша семья собирается вместе. А ну-ка, давайте, ты еще тут умничать будешь. Заходи уже. Давайте. В автобус. Катя. Мыло вам только еще не хватает. Пожалели, полотенце очень. Ага. О, вот эти клёвые стрелы. Евгеша, надвигается страшная гроза. Заканчивайте свои танцы, берите такси и дуйте домой. Ба, ты чё? Какое такси? Нам же дядя Саша разрешил сегодня остаться у Кати дома. Он тебя разве не предупредил? Понятно. Дядя Саша, как всегда, в своём репертуаре. Давай вот эти. Девчонки, только у меня просьба. Ну, давай. Пожалуйста, ведите себя подобающе, да? Чтобы завтра не пришлось вас встретить где-нибудь на трассе в купальниках. Ба, у меня тогда тоже ответная просьба. Да. Ты уж приглядывай за моими братиком и сестренкой, чтобы нам потом не пришлось их ловить где-то под Ярославлем. Евгения! Все, ба, пока. Так. Ну, чем занимаемся на ночь глядя? Готовим очередную хакерскую атаку на Пентагон? Не, ба, это у нас на пятницу запланировано. А сегодня мы радиоуправляемые машинки выбираем. Зачем? Нам дядя Саша обещал купить. Пу! О! Смотрите-ка. То есть дядя Саша в первый день своего отпуска решил облагодетельствовать весь мир. Олечка, я дома. О, вот сейчас мы выясним у него. Почему он не поставил в известность бухгалтерию? Привет, Алилюнчик. О, вот эти бабушки. Да, подходит. Не разделяю вашего оптимизма, но жду объяснений с нетерпением. О чем? Спасибо, дядя Саш, мы уже заказали. Ага, спасибо. А, ты про машинки, девочки? Ну, как минимум. Прости, я забыл тебя предупредить. Ну, они уже взрослые люди, слушай, они сами решают свою судьбу. Пусть они это и делают дальше. А детей надо было просто поощрить, понимаешь? Да. Конечно. Но все-таки летний отпуск, они ведут себя хорошо. Поощрение. Это все? Да. Саш, ты что, издеваешься? У нас в холодильнике мышь повесилась, а ты принес этот пафосно-мизерный набор? Олечка, ты будешь смеяться? Не уверена. Но мне не хватило денег. Как? Мы только что получили отпускные. Да, но я забыл тебе сказать. Дело в том, что Черданцев... Что с ним? Нет, ничего. Он покупает машину и просил мне одолжить денег. И поскольку он сам меня не раз выручал, я не мог ему отказать. Вот.
Олечка, ну, я-то думал, что на карточке деньги есть. Хотел снять, автомат почему-то не выдает. Ну, конечно, он и не мог их выдать, потому что там нет денег на карточке. Как нет? Саша, что с тобой, дорогой? Мы же с тобой договорились, что я сниму деньги с карточки и заплачу за 2 месяца за ипотеку за этот дом. Оля, ну не расстраивайся так, в конце концов. Я сама спокойна абсолютно. Я кому-нибудь позвоню и... Одолжу до зарплаты. Что, конец света, что ли? А вот и он. Что ты замер? Иди, спасай быстро посуду, какие-то остатки продуктов. Быстрее! Ой, Саша! Ой, давай. Собирай! Ну, все собирай! Только бы электроэнергию не вырубила. У нас же все на электричестве. И плита, и водяной насос. Саша, не карты, пожалуйста. Боже, опусти. Все, надо. Сейчас. Саша! Кто тебя за язык тянул, а? О, Господи! Ты там живой? Я-то живой, а вот сервиз нет. Саша! С тобой все в порядке? Лето ждем порой, следом за весной, умытой грозами. Но когда жара сводит нас с ума, грустим по осени мы. Осень застучит ливнями, ворчим, когда же снег и метель. Лишь январь начнет календарный год, нам снова снится апрель. Земля кружится, и мы кружимся, и весной вернутся птицы. Все повторится, и первый гром, и первый снег, все повторится. Нам просто надо в карусели этой не пропустить. Костры походные, гитары и туман у реки, зарю рассветную, слова ответные. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Пропустить костры походные, гитары и туман у реки, сады уставшие. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Не поверят, дожили. Боже мой, есть. Секундочку. Ага. Есть. Ой. Так. Есть. 80, так. Олечка, ты будешь смеяться, но... Саша, я слышу эту фразу уже второй день, но мне почему-то хочется плакать. Давай уже завершим с этим твоим искрометным юмором. Что? Что сказал электрик? 300. 300? О! Ну, 300 я наберу. Подожди, 300 я наберу. 100. 200, Олечка, 200. 300 долларов. Он что, с ума сошел? Вот именно. Идиот. Друзьям звонил? Да, звонил, но... Что? Ничего не получилось. Один в отпуске, второй разводится, третий машину купил. Мистика какая-то. А доктор? Какой? Андрей Иванович? У тебя что, есть еще один доктор? Почему-то не берет трубку. Понятно. Ну что, Александр, я тебя поздравляю. Ситуация критическая, нам не поможет даже доктор. Олечка, ну, все-таки не... Ну, не все так плохо. Саша,
То есть ты считаешь, что вот 323 рубля мелочью, два жетона почему-то на Киевское метро, замшелый киндер-сюрприз – это ничего? Ну, знаешь, мой дорогой, у меня чуть-чуть иная точка зрения. Я не знаю, может, я в другой стране родилась, может, я, не знаю, воспитанная, может, я просто сумасшедшая женщина. Короче говоря, Сашенька, вот сейчас как раз наступил тот момент, я бы тебя очень слезно просила, бы рекомендовала бы тебя, если у тебя вдруг есть заначка, то ее вот в этот момент можно смело обнародовать. Олечка, ну как тебе не стыдно? Ну? Да. Это скорее у тебя есть заначка. Ага, очень смешно. Ты же у нас королева дебета и кредита. Ну, очень смешно. Саша. Оля? И почем? Ну, мы решили быть экономными и заказали недорогие. Всего 4 900. Олечка, я тут подумал, что в нашем положении, может быть, так сказать, по-родственному обратиться к Бучкам. Исключено. Почему? Саша, ты что хочешь, чтобы сарказм Ивана Степановича раздулся до размеров Восточной Европы? И мы всю оставшуюся жизнь наслаждались его кучугурским юмором? Лучше голодная смерть. Нет, но я думал, что... Саш, закрыли тему. Давай. Потому что, да, во-первых, Будьки на какой-то там сельскохозяйственной ярмарке буду только к выходным. А во-вторых, ты знаешь, как я не люблю занимать. Это не в моих принципах. Привет, Саныч. Да, да, Андрей Иванович. Ты звонил мне, что-то хотел? Звонил, да. Тут такое дело, Андрей Иванович. Дело в том, что, короче говоря, не мог ли бы ты одолжить нам немного денег? Много? Саша, проси много сразу. Много надо. Буквально на недельку. Проси на месяц. Зачем мне? Да какие вопросы, старик? Подскакивай ко мне, все решим. Ага. Только есть одна загвоздочка, я улетаю через пару часов. Так что давай подскакивай побыстрее. А. Все, скачу. Ну, давай. Да. Спасибо. Саша. А? Сашенька. Так, осторожней с машинками. Сейчас. Ты же проси. Привет, старик, это снова я. Да я понял, что это ты. Ты уже здесь? Тут такое дело, я уже на подъезде, но, понимаешь, у меня бензин кончился. О, дружище, ну, что ж, я ж больше ждать не могу, у меня самолет через час. Ты уж прости, я вернусь, обязательно помогу. Договорились? Ну, все. Ольге привет. Что?
Все? Закончили? Да. Да. Ай, молодцы. Ну, что надо сказать? Спасибо. На здоровье. Все, идите. Куда? Как куда? Играть, хулиганить, я не знаю, там, развязывать Вторую мировую войну? Чем обычно занимаетесь? Не поняли. Что, сегодня на завтрак только йогурт и все? Ба, ты же всегда говорила, что завтрак – это главная еда дня. И пока пол холодильника не съедим, из-за стола не встанем. Так, дорогие мои, я не очень понимаю, а чем вы недовольны? Обычно, когда я вас пичкаю, вы ноете. А теперь, когда я вас не пичкаю, вы опять недовольны? Что такое? Потому что, когда ты нас пичка, наш молодой растущий организм привык, что его пичкают. А когда его не пичкают, он требует, чтобы его пичкали. Замкнутый круг. Угу. Так, вы слышали что-нибудь про разгрузочные дни? Ну да. Да. Вот. Так вот, считайте, что сегодня один из таких дней. Вот, пожалуйста, попейте водички. Идите гулять, и чтобы до обеда я вас не слышала. Да, Вика, сегодня мы очень плотно поели. Да, это тебе не бабушка Валя. Точно. Ба, мы дома. Да-да. Да, Жень. Привет. Привет. Доброе утро, тетя. Да, Катюш. Мы сейчас переоденемся и сразу завтракать. Проголодались страшно. Есть горох, но немножко выветриться будет, будет нормально. Немножко заветрился. Так, что еще у нас? О, пряник тульский. Просто Саша в прошлом году был в Туле и... О, у нас есть желатин! У нас желатин есть! Много. Пряник можно размочить. Так, что да, еще? Да, это все похоже на экспозицию в краеведческом музее. Крестьяне после уплаты оброка. Столько пыли. А, вот какой-то сухарик. Девочка. Сухарик. Влипли. Тетя Оль. Ай. А вместо интернета будем почтовые голуби использовать? Ну. Ну что вы, Екатерина, зачем продукты питания использовать не по назначению? Да, бабушка? Так, девочки, ваш сарказм неуместен. Я зубочистки нашла. Олечка. Да? Олечка, ты будешь смеяться, но... Саша, еще раз ты произнесешь эту фразу, я тебя просто покусаю. Не буду, не буду. Мы спасены. Кабачки! Да. О, кабачки! Эти красавцы... Жирные. Были переданы мне Иваном Степановичем 2 месяца назад. Я их забыл в багажнике, а сейчас спас. Ну не молодец ли я после этого? Я дружу с тобой. У нас есть... Ну? Так, что у нас есть? Значит, у нас есть кабачки. У нас есть кабачки, у нас есть все вот это. Mm. У нас есть 323 рубля наличными. Немало. Немало. Да, костлявая рука голода нависла над усадьбой Крючкова. Женя, это... Вик, ну скажи, ну почему эти люди называют себя взрослые, а? Без понятия. Судя по поведению, 3-й класс, 2-я четверть. Вы зачем нам машинки купили, если у вас денег не было? Мы же вам обещали. У вас что, языка нет? Вы объяснить нам не могли? Или вы нас эгоистами считаете, да? Эх вы. Молоток в доме найдется? Thank you.
суперэкологический солнечный фен. Класс. Шутки шутками, а у меня без воды с хоркой и электрического фена волосы сечься перестали. Чё, правда? Да. Я думала, у меня только. Да, конечно. Угу. А предки-то они дураки были. Ты про наших? Всем доброе утро. Сан Саныч, на промысел собрались? А что делать, Олечка? Надо же спасать как-то свой проект от голодной смерти. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу тебе сказать, что мне даже стал нравиться этот образ жизни. Да? Да. А чему удивляться? 7 июля пошел 6-й день нашей первобытной общинной жизни. Да, надо же, уже 7 июля. Как 7? Саша! Сегодня юбилей свадьбы у мамы и папы. О, Господи, если мы позвоним, это будет катастрофа. Дети, у кого-нибудь есть неразряженный телефон? Вика, Никита. Нет, ба. Девочки, у кого есть нормальный телефон, по которому можно позвонить? Не разряженный. Нет, ба, у нас ноль. О, боже мой, что делать? Боже мой, что делать, Саша? Что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься, скажи мне? Олечка, я просто подумал, что если мы сейчас не поздравим твоих родителей, мы просто не успеем умереть голодной смертью. Браво, Беркович. Два по сарказму. Девочки, готовимся. Наша остановка. Будьте любезны, сколько... Оплачиваем проезд. Сколько? 15 рублей с человека. Ну, это грабеж, извините. $12 с человека. Это как транспорт подорожал. Уму непостижимо. Первый раз ехала в таком автобусе. Я тоже. Первый раз? Ну, загадывайте желание. Пошли. Желание? Да. Хочу жареную картошку. И холодец. И торт. И килограмм конфет. А лучше два. Да. Девочки, 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 желание должно быть реально. Приедем домой, поедим репу. За мной. Ну. Вау! Ничего себе! Тетюль, а это реальность или это у нас галлюцинация от голода, а? Девочки, добро пожаловать в суровую действительность. 4-я кабинка, проходите. Здравствуйте, мы бы хотели заказать разговор с Москвой. Пожалуйста. А вы не подскажете, а сколько стоит одна минута? 18 рублей. 18? 18. Кошмар! Как связь-то подорожала! Ну... Минуту мало, да? Тогда нам 2 минуты. А можно полторы? Можно и полторы. Вот, пожалуйста, я без сдачи. Можете не пересчитывать копеечка в копеечку. Хорошо. Да, хорошо. Присаживайтесь, ожидайте. Спасибо. Пожалуйста. Девчонки, девочки за мной. Красноярск, 12-я копеечка. Хватило. Вам. А что было? Это мы заказали междугородний разговор с Москвой. Ага. Господи, как вам объяснить-то? Давным-давно, когда не было мобильных телефонов. Да как это не было? Ну вот так вот, не было мобильных телефонов. Я скажу больше. Не в каждой квартире был нормальный телефон. Москва, 3-я кабинка. Вот, и люди тратили... Это безумное количество времени на то, чтобы, так сказать, высидеть эту очередь и поговорить с городом. Москва, 3-я кабинка. Это, в данном случае прозвучало Москва, 3-я кабинка. Это значит, что люди, которые, допустим, ждут этого разговора, они могут уже пройти в кабину и начать разговор. Москва, 3-я кабинка. Ба, это не нас? Москва. Это мы! Это Москва, это мы! Это мы! 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 А можно с вами, а? Давай, 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 давай! Класс! Алло? Алло, кто это? Мама! Это я!
Кто я? Мама, это я, Ольга. Какая Оля? А, Оля, а откуда ты звонишь? Я звоню с мобильного телефона. А почему мне сказали, что соединяют с Новым Айдаром? И, просто там какие-то неполадки на коммутаторе. Мамочка, поздравляю вас с папой с юбилеем. Спасибо, Олечка, но я рассчитывала, что ты позвонишь с утра, а не ближе к вечеру. Почему к вечеру? Сейчас же... сейчас полдень. Новосибирск, 4-я кабинка. Оля, кто это? Мамочка, это просто Саша, он играет с младшими внуками в переговорный пункт. Мамочка, дорогая моя, мы поздравляем от всей Оля, нашей дружной семьи. Оля, передай ректору, что для детей надо игры выбирать поинтеллектуальней. Кстати, как там дети? Дети, прекрасно. Вот как раз Женечка просто вырывает трубку, хочет поздравить. Алло, бабушка, привет. Привет. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям бабушки и желаю вам здоровья. И... Как ваши дела, Женечка? Как вы там кушаете? Кушаем. Отлично кушаем. Я бы даже сказала, как никогда. Женечка. Оборвался. Деньги закончились. Ну, может, к лучшему. Выходим. Кошмар какой. У вас здесь очень душно. Да. Надо поставить какой-то кондиционер. Фу. Ну что, баб, поехали? Ну, поехали. Это громко сказано. Скорее всего, пошли. Вообще, прогулки на свежем воздухе в вашем возрасте, честно говоря, очень даже и кстати. Раз, два, три, поехали! Ура! Я снова первый! Слушайте, вы мелочь пузатая. Конечно, давай. Если вы сейчас не прекратите свое ралли, мы останемся без обеда. Как вчера? И позавчера? Именно. Понятно. Понятно. На старт, внимание, марш! Давай! Осторожно! Ну что, довольны? Дядя Саша, мы вас не сильно отвлечем от вашей рыбалки, если попросим достать нашу машину. То есть вы предлагаете сейчас мне все бросить и... Знаете, девчонки, я даже рада, что нам не хватило денег на билет, на автобус, но когда бы мы еще узнали, что здесь просто тайга? Ой, вы любите ягоды? Наверняка здесь много ягод. Сейчас будем собирать. Ой, какая экзотика. Чудо. Просто чудо. Не знаю, я в восторге. Ой, счастье какое. Ой. Девочки, я в восторге. Нет, тетя Оль, я все равно не понимаю, как вы раньше без мобил жили, а? Зато это хороший способ проверки ухажеров. Это чтобы сделать комплимент, надо было встать и отмотать три кеме на своих двоих, а не лежа на диване смс-ку писать. Ну и да тут не три, все пять топать придется. Девочки, да. Ну ведь сидя в машине, мы столько пропускаем прекрасного! Это же все мимо нас пролетает! И такая красота! И трава, и бабочки, и деревья, и медведи! Ты уже совсем малыш. Хорошенький какой. Сюда. Сюда. Наверняка у этого малыша есть мать. Она где-то рядом. Хоть мы не очень похожи на мед, но она обязательно не упустит возможность полакомиться нами. Поэтому я предлагаю пропустить все это. И деревья, и красоту пропустить как можно быстрее. Вправо идем, вправо. Вправо. Правее. 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 Mm.
пока нет. Но я не теряю надежды. Как думаешь, достанет? Сам бы не утонул, и то хорошо. Ну что там? Есть! Что, нашли? Машинки нет. Зато есть вот что. Ах ты, круто! Ура! Ура! Настырная, а? Настырная. Судя по наглости, девочка. Девушка, вы пришли домой. Вас, наверное, уже мама ищет. А может, у нее нет мамы. Папа говорил, тут браконьеров много. Тетя, а давайте ее с собой заберем. Что? Маши назовем. Чего Маши? Ирка, куда с собой? Нет. Бабушка, пожалуйста, она же совсем маленькая. Нет, если она дотелефонкается с нами до дома, я ее, конечно, выгонять не буду. Но завтра сразу звоним специалистам. Пусть забирают. Потому что у меня сейчас каждый рот на счету, не то что пасть. Так ускорились. Ты посмотри, а? Бежит. Ну, явно Маша. Девочки. Дамы и господа. Наш наряд по кухне представляет последние достижения высокой кухни. Итак, суп из раковых голов. Вуаля! Итальянский салат из раковых шеи. И венчает наше меню, собственно, классические раки по-казахски. Прошу. Рецепты, между прочим, самые настоящие. Так, а где вы их взяли? Интернет же не работает. Смотри, учись. Google прошлого века. Большой энциклопедический словарь. Вот так вот. Вещь. Ну, прошу. Да. Прошу, прошу. Как же они пахнут. Приятного аппетита. Спасибо, дядя Саша. Такая красота. Вот этими ручками... Ольга Николаевна, каждого рака из норки. Ты, Саш, не забудь про Мишку. Да, про Мишку. Как из леса медвежонка, так вы. А как хищника кормить, это дядя Саша. Да, мы затейницы. Показываю, как это делается. Ну-с, как? Вкусно. Похоже, это к нам. Это к нам. Ага, сидите. Ну, здрасте, соседи. Здравствуйте. Здрасте. Я так и знал. Вы что это творите? Что вы имеете в виду? Мы едим раков, а в чем, собственно, дело? Я хозяин раков. Это у вас почетное звание или титул? Я не понял. Украли мою раколовку, еще и хамят. Дело в том, что я вам сейчас объясню. Тут есть такое маленькое обстоятельство. А позвольте вас спросить, а на каком основании вы ловите своих раков своей раколовкой в нашей акватории? Извините. А что вы еще делали на нашей территории? Оля. Что, Оля? Может, вы картошку посадили, а мы не в курсе? Ничего я здесь не садил. Да, а вот вас обязательно посадят. Как говорит мой прекрасный знакомый Сергей Иванович Нестеров, вы знакомы с Сергеем Ивановичем? Нет. И главный прокурор области. Так вот, как говорил Сергей Иванович, дело попахивает от 3 до 5. Плюс злостное браконьерство. А, собственно говоря, что я тут распинаюсь? По большому счету, мы должны были заявить о вас компетентные органы. Но мы это великодушно не делаем по-соседски. Поэтому я вам рекомендую просто присесть в свою лодочку
и плыть в другом направлении. Счастливого плавания. То есть я могу ехать? Будьте аккуратны на воде. Не заплывайте за буйки. 7 футов под килем. Приятного аппетита и счастливо вам оставаться. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Так, говоришь, Сашенька, каждого выловил своими руками? Мальчика, это я фигурально выразился. Но все равно я горжусь тобой, Саша. Маша? Какая Маша? Маша. Миша. Медвежонок. Миша. Саша. Что-то я за ним таких вокальных способностей днем не замечал. О, Господи. Саша. Саша. О, Господи. Саша! Какой кошмар, Саша! Что делать, Саша? Кто это? Ой, боже мой! Ой. Иди сюда! Что случилось, баба? Тихо! Это Машина мама. Ба, слушай, а дверь у нас закрыта? Саша! Саша, дверь! Женя! Саша! Саша, дверь! Березня, на диван! Девочки, окна! Быстро, быстро, быстро! Полечка, да. Я закрыл дверь. Слава Богу. Слава Богу. Ба, а веранда? Веранда! Веранда! Саша! Саша, ну что ты стоишь? Садовый гарнитур. Не шевели руками. Ну почему на один стул? Ну вот же столько много стульев. Можно же она его проломит. Какой качественный стул, смотри. Он стоит, он ничего с ним не происходит. Саша, боже мой, да идите сюда. Скажите, что? Ну надо что-то делать. А что? Да, согласен, что? О, боже мой. А где Маша? Какая? Маша в туалете. Господи, как я ее понимаю. Нет, ну что она делает в нашем туалете? Давайте ее выпустим скорее. Идите за мной, за мной, за мной. Саша! Я здесь. Так, бежим. Гуськом, гуськом, гуськом. Гуськом, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Саша, она уже здесь, Саша. Что делать, Саша? Надо ее как-то отвлечь. Логично, чем медом?
Куда? Я ее отвлеку. А вы выпустите медвежонка. Саша, я не пущу тебя, я тебя не пущу. Сашенька, пожалуйста, не надо. У нас нет другого выхода. Подождите, у вас дети. Я тебя прошу, Саша. Я пошел. Саша, очень аккуратно, осторожно, Саша. Так, мелюзга за мной. Девочки, по моей команде выпускаю Машу. Вечер, со мной, скорее. Помогай. Открывай. Саша! Быстрее. Боже мой. Девочки! Да? Выпускай! Иди сюда! Саша, готова! Бежи! Вот они вот! Счастье! Вот! Семья воссоединилась! И никто не пострадал, все живы! Все здоровы! А где Саша? Папа? Саша! Саша! Выпускай, Саша! Саша! Дядь Саш! Ты где, а? Саша! Пап, выходи, мы же волнуемся, пап! Саша! Вы где? Папуля! Саш! Ну где он может быть? Саша! Где Саш? Олечка! Я здесь! Она ушла? Да. Папа, как ты туда взобрался? Сие науки и памяти моей неизвестны. Все произошло как-то само собой, очень быстро. Ну, так спускайся, чего ты там сидишь? А, легко было забраться, а слезть целая проблема. Принесите лестницу, а то я чувствую себя здесь Винни-Пухом. Что происходит? Полдня прошло, ни одна, ни вторая веранда еще не выметена. Да у нас стресс после ночи. Стресс, между прочим, у Сан Саныча. А вы знаете, как это называется? Это что это такое? Саша! Да, Олечка? Саша! Ребятня, ну-ка идите сюда! Детвора, ну-ка идите сюда! Это что, это венки? Где? Вот! По воде плывут венки? А, да. Странно. А, подожди, я же забыл. Сегодня же ночь на Ивана Купала. О! Да, и у нас тут в Верховьях каждый год празднуют этот праздник. Можем, кстати, сходить, если любопытно. Девчонки, вы как? Мы за. Да. Да? После того, как выметите все веранды. Да уж. Ба, ну пожалуйста, а вдруг мы не успеем, и все да. закончится. Началось. Мы потом началось. Уберем. Пожалуйста, вот, ба. Вот, тетя, вот, ну пожалуйста. Ах, страдалицы. Ба, ну пожалуйста. Ладно, давайте, пошли. Да шо ж такое, а? Ну шо? Шо-шо? Не шо. 3 дня никто не звонит, и телефоны у всех выключены. Точно, что-то случилось. Ладно, не каркай, вещу я. Да что не каркай? Если за интеллигенцию еще можно волноваться, то рядом с ними 3 умудренных жизненным опытом внука. Ничего, все будет нормально. Опа, Степа. А это не Саныча машина, а? Где? Ау! А ну стой! Точно, что-то случилось, а? По-моему, это его номера. Точно, это его машина. Да? Вань! Что? А что она тут делает? А я откуда знаю? Ваня! Что? А где Сан Саныч? А я откуда знаю? Ваня! Да что ты ко мне прилипла? Я откуда знаю, ля? Я вот что хочу сказать. Что? Трупа нет, и то хорошо. Да я шучу, что ты думаешь, что ты своим языком ляпаешь? Такое сказать, ляп. С юмором проблем. Придумай такое, господи. Садись, поехали тут осталось. Да поехали. Доехать. А что же она?
просто ляпай ты, ляпай, зараза такая! Разберемся, ладно. У тебя с юмором вообще проблемы. Смотри, что там творится-то. Ой, какая красота. Ребята? Вот это да. Ой, а кто это к нам пожаловал? В стороне стоять будете, а ли ко двору нашему пожалуете? Песен задушевных послушайте. Танцы веселые потанцуете, медовухи пенной отведаете, браги хмельной. А можно мы пропустим фазу выпивания, а сразу перейдем к закусам? Дети, еда. Саша, курица. Собачья печенка. А вот теперь, Валюха, паникуй. Что делать? Что случилось? Что делать? Что искать это? Их надо. Что делать? Надо, что делать? Быстро за мной! Забегу я! За мной давай, что ты там волынтай! Да я не волынтай! Все, господи, Ваня, что делать? Что делать? Быстро в машину, искать их надо! Военная Ивана, да е на купала, ой на Ивана, да е на купала. Послал же Бог родственников, а? Алексеич, ты вот такое видел?
Вы что, все, кто друидов, что ли, записались? Вы что тут делаете? Ну, я же объясняю. Ну, так сложилась ситуация. Иван Семенович. Извините, добрые молодцы. Не пора ли рассчитаться? За что? Ну, как же за что, лебедушка? За праздник. Вот, пожалуйста. Хлеб, соль, медовуха 300 рублей. Рубахи народные льняные 6 штук 800 рублей. Прыжки через костер 5 раз 500 рублей. Огурчики бесплатно. Поцелуй русалки 2000 рублей. Нет, подождите минуточку. Нет, ну еще как-то хлеб, медовуха, это, прыжки, это я понимаю. Просто мы к поцелую русалки не имеем никакого отношения. Анечка, тут такое обстоятельство, я сейчас объясню. Просто произошло... Да уж, поведай, яхонтовый мой. Ну, я сам не понял, как это произошло. Да что? Да это и нельзя назвать вполне, так сказать, поцелуем. Так, поэтому... интересно. Нет, 2000 это грабеж. Ну что вы... Так, я не поняла, вы сегодня вообще рассчитываться будете или нет? Да. Иван Семенович, можете я на минутку? Что тебе надо, любитель русалок? Ну, а зачем ты придешь? Бериндей за денег. Можешь одолжить мне 3700? Ой, Саныч, как же ты мне дорог, а? Последний раз. Алексеич, иди сюда. Понимаешь, что такое дело? Так давно на полях нашей области началось то, что во всем мире называется уборочной страдой, а у нас битвой за урожай. Как обычно, началась она ожидаемо неожиданно. Вот это точно. Урожай хлеба в этом году выдался таким богатым, что убирать его практически некому. Хлеборобов в нашем районе становится все меньше и меньше, поэтому в едином порыве, плечом к плечу с молодежью, в поле трудится старая гвардия, хлеборобы-пенсионеры, откликнувшиеся на призыв о помощи. Смотри! 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 Меня показывают! Ну где? Где ты? Тебя ж не видно! Где? Где ты? Комбайн мой, значит, я ж внутри! Ай! Хорошо я вышел, да, Женек? Да что? Сегодня губернатор области посетил хлебзавод номер 1, выпустивший первую партию продукции из муки нового урожая. Губернатор области поздравил... О, смотри, нашу клушу показывают. Пекарь-передовик 9-го разряда. Это я, что это я! Ой, ой, как плохо получилось. Что я хочу сказать? Урожай в этом году, мама, не горюй. Так что без хлебушка не останемся. Так что страна может спать спокойно. Валюха, ты как Тушкан, что Филина увидел. Голос только Левитана. На нашем хлебзаводе. Замолкни. Самому главное слово не дали и показали еле-еле. Оно еще сидит и умничает, сидит. Так, ну ладно, все. Раз у нас с бабой Валей премьера на телевидении, это ж надо обмыть. Нет, Ваня, нет. А я тебе не предлагаю, а мы Женьком выпьем. Ты что, сдурел? Валя, у тебя с юмором все нормально? Ты шутки вообще не понимаешь? Я не буду, Женька, выйди. Не, ну ты видала такое, господи. Так, что у нас тут где? Так, да тьфу ты, напугал. Что ты тут делаешь, карлик-диверсант? А ну-ка, вылезай. Ну что, ты снял? Что снял? Что случилось, господи? Мы интересное видео для Ютуба снимаем. Для чего? Валя, ты опять... Для чего он снимает? Для интернета. Нет, не вы хотите быть известными. Для интернета снимаешь? Я вот сейчас ремень сниму и вот это все в интернет наложу. Выложу. Да какая разница? Дедушка, ну не надо. Ну не начинай. Смотри, как прикольно получилось. А ну. Во-во-во, а ты свои глаза видел? Я... Суслик перепуганный. Так я ж перепугался, поэтому...
Ля, что это? Яйцо битое. А что она там у холодильнике делает? Ой. А ну-ка. А Ля. Это одно а на уме. А что она у холодильника делает? Еще раз поставь. Еще раз перекрути. Лето ждем порой, следом за весной, умытой грозами. Но когда жара сводит нас с ума, грустим по осени мы. Осень застучит ливнями, ворчим, когда же снег и метель. Лишь январь начнет календарный год, нам снова снится апрель. Земля кружится, и мы кружимся, и весной вернутся птицы. Все повторится, и первый гром, и первый снег, все повторится. Нам просто надо в карусели этой не пропустить. Костры походные, гитары и туман у реки, зарю рассветную, слова ответные. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Пропустить костры походные, гитары и туман у реки, сады уставшие. И вот когда мы это вместе проживем, однажды в майский день, сорвав тебе сирень, мы побежим под проливным дождем. Я не понял. Вот это да! Собачья печенка! Ностальжи, да? Здорово, Надюль! Привет! А я не понял, а что это? Народ стоит, ты куришь. Это сколько же надо было выкурить, чтобы такую очередь собрать? Ой, не зык у тебя, а тряпка на ветру. А что, я только вышла. А людям все равно еще полтора часа ждать. А я вот ждать не могу. Бросай курить, вставай на лыжи, давай мне 5 буханок хлеба на всю бригаду. Сейчас, эй, ты, хитрован, ты смотри, какой хитрый. А ну, становись в очередь. Я уже с 5 часов, и то 17. И на 5 буханок-то рот не разевай, хлеба. По одной в руки. Во. Как? А вы что, все за хлебом? Да, а как же? За хлебом. Я не понял. А что ты не понял, Вань? Наш хлебзавод встал. Из района вчера он только 3 лотка привезли, а сегодня 2 обещают. Вот так вот. Так, значит, мы там загибаемся. У нас урожай небывалый. А у них в магазинах хлеба нет? Да. Родина держит марку. Ну, ладно. Ага. Я вам сейчас... Сейчас я... Ах ты... Ага. Ты понимаешь, у меня 150 человек без работы стоят. Ждут, пока ты мукой разродишься. В общем, да. Или ты мне покрываешь убытки, что в договоре прописано. Или я тебя засажу к чертовой бабушке. Что ты на меня орёшь? Валентина! Думаешь, у меня люди без работы не сидят? Думаешь, у меня убытков нету? Судом она меня пугает. Что тебе суд? Присудят муку? Или постановление издаст, чтобы до нее трутни заработали? Да не надо тут про трутни, господа хорошие. Поработали б свое, а потом узнали бы. Ой, а да вот так ладно, вот языком ладно. Каждый привет, сможет. Граждане, просто так орем или крайнего ищем? Иван, уйди, уйди, не до тебя сейчас! И что ты тут вообще делаешь? Да вот решил узнать, что вы там на хлебзаводе офигели совсем? А вы здесь при чем? Я извиняюсь, а вы вообще кто? Я? Вы! Народный контроль, председатель профсоюза голодающих и лидер будущего хлебного бунта.
Выбирай, что тебе нравится. Давай, Валентина, вкратце, что случилось? А что ты тут раскомандовался, малохольник? Я сказал вкратце. Что тебе вкратце? Вкратце, господи, муки у меня нет, вот что. Так. А на мельнице говорят, что они не могут мне муку поставить, потому что у них зерна нет. А зерна нет, вот. Потому что вот оно у нее. Ты знаете, хоть... Да не за нас оно гниет, сколько раз повторять. Токи у нас в области государственные. Государство денег на ремонт не дает. И приватизировать их тоже не дает. А 20 лет на голом энтузиазме ни черта работать не будет. Поэтому не моя вина, что сушки сгорели, транспортер полетел. Денег на ремонт нет, заявили мне в области лично товарищ Бурделов. А Бурделов был бы Ладно. Степаныч, председатель. Спокойно. Ну вы охренели! Я думал, они выпили, поэтому на работу не вышли. А они сидят трезвые, как сволочи, и кашу жрут. Почему стоим? А кто стоит-то? Все сидят. И ты, Терентьич, садись. Леха, дай работодателю каши пожевать. Извиняйте, хлеба нема. Он может зерно поклевать. На, зерно с салом в самый раз. О, можем еще горчички намазать. Я помажу, Ваня, помажу. Я тебе вот то самое место горчицей и намажу. Понял? Так быстро взяли все свои шмотки и на 25-й участок. На 25-й? Да. Там можно. Только завтра. А работать все равно не будем. Я не понял, почему не будем? Леха, скажи. Зерно, Терентьич, все равно где гнить. В поле или на таку? Элеватор-то не работает. Ну, тимирязевы. Все все понимают и все знают. Может быть, я буду решать, где этому зерну, как ты говоришь, гнить лучше? Да у меня договор. Мне зерно сдать срок надо, а дальше хоть трава не расти. Вот он. Вот он, страшный оскал капитализма. Главное, чтоб деньги в кармане были. А остальное все по барабану. Знаешь что, Ваня? Ты меня на партсобрание не разводи, понял? Ты что, не знаешь, сколько там в этих администрациях сидят эти... Ну, как собаки на сене. Да ты ж наш мужик-то, ну! Да ты ж эту администрацию знаешь, ого-го, с партии! Что ж ты не можешь прийти, ударить по столу и добиться, что хочешь? Ты где живешь? В каком государстве, Ваня? А? В Люксембурге? Ты что, не знаешь, что сколько паров там надо отбить, чтобы хотя бы вот такую подпись заработать? А чтоб деньги выбить, так там целый год сидеть надо. Отмазку, оно ж всегда найти можно, да? Чтоб свое седалище с кресла не поднимать. Шо? Шо слышал? Я, между прочим, Ваня, с 5 утра на ногах. У меня 36 полей, понял? И на каждом поле свой геморрой. То немецкий комбайн сломают, а запчастей хрен найдешь, то соляру пропьют. Обязательно найдется вот такой балабол идейный, который вместо того, чтобы работать, моим седалищем интересуется. А знаешь, Ваня, вот если ты такой умный, пошел бы и эти деньги бы выпил. А? Шо, Ваня? Слабо, да? Языком болтать так гораздо, а как дело сделать, так кусты? Кто в кусты?
Я в кусты? А кто? Да если б я этим делом занялся, у меня бы элеватор через 3 дня бы работал, аж завивался бы. Шо? Шо? Шо да слышал? Если ты это сделаешь, я джейраном заблею. Вы все слышали? Ну шо, спорим, Теретич? Спорим. Спорим. Леха, разбей. Вот так. Ваня, 3 дня. Вот время так. Пошло. Вот так. От... А вы, чтоб завтра с утра на 25-й участок. Леха, ты старший. Че я? Леха, остынь. И не опаздывать. Мурделову попасть, не подскажете? Ко мне? О! Сразу мазь пошла, да? Ага. А вы по какому делу, товарищ? Я по поводу финансирования. Мне деньги на ремонт элеватора надо. Вас неправильно информировали. Этим занимается Григоренко. А где Григоренко? Зиночка, будьте любезны, проводите, пожалуйста, товарища к Тимофею Васильевичу. О! Идемте. И с вами повезло, Зиночка. Я думал, мне к Бурделову, а мне, оказывается, Григоренко надо. Вы по какому поводу? А я по поводу финансирования. Мне пришел деньги требовать на ремонт элеватора. Потому что урожай-то в этом году, ого! Я поняла. Элеватор стоит, поняла. Зерно гниет. Я понимаю, только вам не Григоренко, а Костюк, он финансированием занимается. А где ж мне этого Костюка-то искать? Павел Павлович, вы не Костюку? К нему. Можете товарища привезти? Вот, спасибо, Павел Павлович. Потому что урожай-то в этом году, хорошо. Ого! Да? Зерно гниет, а я болен. А вы к Костюку по какому вопросу? Мне деньги нужны на ремонт элеватора. А кто вас к Костюку послал? У нас селом Брагин занимается. Вам к нему. Верочка, да, проводите, пожалуйста, товарища к Брагину. Хорошо, здравствуйте. Здравствуйте. Идемте. А как? Верочка, а мне точно к Брагину надо, да? По какому вопросу? А я по поводу денег на ремонт элеватора. Нет, что вы, Брагин переброшен на спортивный сектор, а вам нужен непосредственно Кулагин. Кто? Кирилл Петрович, проводите, пожалуйста, товарища Кулагину. Да без проблем, прошу. Что, опять вниз? Какому Кулагину? Понимаете, мне срочно надо, потому что элеватор стоит, зерно гниет, а я в поле, понимаете? Да я-то вас понимаю, только по вопросу элеватора вам не к Кулагину, а к Жмыхову надо. Пойдемте. К Жмыхову? Да. Что, опять наверх? Как же вы тут друг друга находите-то? Ой, не говорите. Тут недавно начальник отдела кадров Микуленко этажом ниже переехал. Так его не то что посетители, коллеги никак целый месяц найти не могли. Смешно, да. Так это ж какое надо здоровье иметь, чтобы по вашим коридорам бегать. Так, вам сюда. Сюда, спасибо. Ого, ничего себе, здрасте. Здрасте. Ну и за кем я буду? Ну, за мной. Если времени не жалко. А давно стоим? С четверга. О, это что по-божески? С прошлого. Да, лопнувшие в микроволновке яйца – это не вариант. Согласен, этим ютуб не порвешь. Что делать будем? Эй, разнояйцевые! Вы что там замерли? Что, микроволновки никогда не видели? А тебе что жалко? Короче, наша баба Валя, более известная как «Я к тете Любе на 5 минут», еще не вернулась. А я с Лехой на пляж собираюсь, так что давайте, переодевайтесь и поехали со мной. Чтобы потом не говорили, что я вас никуда с собой не беру. Давайте. Да не, Женек, что-то как-то не хочется. Ты посмотри, какая на улице жарюка-то. Еще схватим солнечный удар, тебе потом с нами возиться. Да. Ну смотрите, чтобы мне здесь все было чики-пики. Не волнуйся, систер, не подведем.
Так что будем делать? Есть одна идейка. На совещание завтра буду после обеда. Да-да, Андрей. Подождите, как это? Товарищ Михал, я же вас с самого утра дожидаюсь. Ничем вам помочь не могу. Еще как можете. Тут тон делов-то, подпись только поставить и все. Потому что элеватор стоит, гнездо, зерно гниет. Я в поле. Кто вас ко мне направил? А этот, Пал Палыч, или этот, Верочка, я уже не помню. Это вам к Бурделову. Да я был уже у Бурделова, ну что мне на второй круг, что ли, заходить? Возможно, он не разобрался в этом вопросе. Как это не разобрался? Вот он, ну, Вадим Андреевич, я... с ними разбирайтесь. О, Вадим Андреевич, здрасте. Выходит, что я опять к вам. Мы с вами, кажется, уже беседовали. Ну да, ну вы ж меня послали к этому. Как его? Ну, к тому. А тот к тому, тот к другому, а другой, в общем, вот этот последний, он сказал, что к вам я все. Извините, напомните, пожалуйста, по какому вы вопросу? Так вот же, тут же все написано. Это я по поводу денег на ремонт элеватора. Да, действительно ко мне. Фу. Извините, сразу не разобрался. Ну, ничего. Раньше этим занимался комитет по контролю за урожаем. Потом его переподчинили и как бы... Я, пожалуйста, пожалуйста, давайте без подробностей. Вы просто подпишите, и я пойду. Ну так с бухты-брахты нельзя. Нужно поднять документы, выяснить сумму сметы. Аллочка, будьте любезны, запишите, пожалуйста, товарища на завтрашнее утро первым и без очереди. Хорошо, Вадим Андреевич. До завтра. До завтра. Сколько же я сегодня километров намотал по этим коридорам. Надо будет завтра спидометр прицепить, чтобы засечь. Никогда не пытайтесь повторить то, что увидите. Лак для волос в микроволновке. Это может привести... Это может привести к непонятным последствиям. Включай. Ты снял? Снял. Ютуб наш, смотри. Я не понял. Это не мы. Оно само. Что ж вы делаете? Кинематографисты, экстремалы. Сами-то целы? Угу. А что это так громко бумкнуло? Микроволновка. Микроволновка? А где баба Валя? Куда она смотрела? А бабушка Валя к тете Любе за банками... Ушла на минуточку, еще утром. А Женька где? Евгения Максимовна безответственно смоталась на речку. Мы, конечно, предупреждали. Хорош, это много информации. На речку, да? А это за банками. Так. Ядрить твою через коромыслу, а? Я извиняюсь. Так что... Вот так вот, мужики. Нет. Я вам скажу, там в этих коридорах администрации. Ой, там как в лабиринте Минотавра. Серьезно, там пропасть, делать нечего. Да ладно, Степаныч, ну что ты все время преувеличиваешь? Я тебе серьезно говорю. Сегодня баба приходила, говорит, муж пропал. Неделю назад пошел там по поводу очереди на квартире договориться. И все, пропал, нету. Не, ну, баба страшная, конечно, вопросов нет. Но факт есть факт. Ваня! Ваня! О,
Мои клуши едут. Посидите, мужики. А у меня сейчас профилактические занятия будут. Что случилось? Ванечка! Беда! Беда как, у нас какая? Дети! Дети пропали, Ваня! Как пропали? Вы что, шутите, что ли? Да какие шутки? У кухни окно выбитое, и нету ни Вики, ни Никиты. Ядрит твою через коромысло. Да маму украли, компьютер украли, ваши с бабушкой деньги тоже украли. Да твою ж дивизию, а вы куда смотрели? Вы ж дома были. И не были. Ванечка, я к Любке на минуточку выскочила за банками. Хлюб, а воры такие ушлые, за минуту управились, а? А ты где была? Я, простите, это я сбаламутил Женьку, поехали на речку. Засохни! Что делать? Молодцы, что я могу сказать? Вот сами заварили кашу, сами расхлебывайте, все. Агрессоры! А ну вышли оттуда! Мало того, что дом чуть не разнесли, сейчас еще машину мне сломаете. А ну быстро сюда! Я не понял. Что? Значит, старый дурак, ты вот это так нас проучить решил? Чуть-чуть. Ах ты, зараза! Я чуть не сдохла от страха! Вон у меня руки до сих трусятся. Трусятся? Перетрусятся, умнее будешь. Ага. А то оставила на внуков на минуточку. А если с детьми действительно что-то случилось? Да не дай бог, что ты мелешь? Ой. Ну все хорошо, что хорошо закачивается. Поехали, Лёха. А ну стоять! Команды вольно никто не давал. Значит так, певичка, завтра берешь от этого байкера затейника и стекло, чтоб было, как было. Понятно? Понятно. Вот так. Теперь ты, бабушка певички, клуша-балаболка, завтра детей возьмешь с собой на работу. А то если эти кинематографисты еще на «Титаник» замахнутся, так хате точно будет хана. Все свободны. Дедушка, а где ноутбук? Ванечка, а деньги? Где деньги? Вот ночь сегодня, да, мужики? Тихая, аж в ушах звенит. Так на чем я остановился? А, да, на Минотавре. Доброе утро, Аллочка. Здрасте. Ну как, наш уже на месте? Уехал он. А что, его в район, что ли, вызвали? В район Персидского залива. Не понял. Отпуск у него. Какой отпуск? Как же отпуск, а? А зачем же тогда он меня вчера первого без очереди записал? Не вас одного. Вы что, у нас первый раз? Ну, хотелось бы, чтобы последний. И что мне теперь делать? Попробуйте к Холмогорову. Он первый зам. Его кабинет там дальше. Холмогорову? Угу. Хорошо. Удачи. Спасибо. Извините, это я не вам. Я привыкла. Да? Угу. О, вот это то, что надо. Ой, мамочки мои. Ну ладно.
ладно. Все, Бурдело, завтра у меня в министерстве в 4:30, как штык. Какой отпуск? У тебя уборочная на носу, а ты там на пляже. Все, Бурдело, пора с тобой что-то решать. Этот у себя? Ну, сейчас мы с ним разберемся. Понаразводили тут, понимаешь. Товарищ, вы ко мне? А что, тут еще кто-то есть? Позвольте, но... Прошу садиться. Значит, дело вот у чем. Вау! Круто! Папа, почему ты нас раньше с собой на хлебзавод не брала? Да как вот так? А это что? А это косой надрезчик тестовых заготовок. Косой надрезчик? Да, да, да. Вау! Техасская резня бензопилой тупо отдыхает. Валентина! Хоу! Мука пришла. Запускайте конвейер. Ой, да, ток заработал. А, как же, у второго завода занял. Дня на два хватит. Давайте, запускайте. Я поняла, поняла. Так, значит так. К агрегатам и тесту ближе, чем на 2 метра, не подходить. С конвейера ничего не есть. Под ногами не путаться. Ничего не трогать. Ясно? Да, конечно. Точно? Да. Ребята, мука пришла. Давай, запускаемся. Ох уж эти бюрократы. Ох уж эти буквоеды старой закалки. А вот им бы только тормозить и только перестраховываться. Понимаете? Иван Степанович, вы себе даже не представляете, как нам тяжело работать с этими осколками прошлого. А кому это нам? Нам, Иван Степанович, служащим новой формации, знаете, руководителем демократического стиля. Ага. Спасибо вам большое, Иван Степанович, за сигнал. Мы обязательно примем меры. А я ж не за мерами приехал, а за деньгами. Конечно, конечно, я вопрос абсолютно понял, мы все решим. Не волнуйтесь. Давайте, давайте. Давайте порешаем прямо сейчас. Прямо сейчас? Да. Ну, давайте. Видите ли, Иван Степанович, существует определенная процедура. Ну? Не все так просто. Нужно собрать подписи соответствующих инстанций и... Ну, если надо, соберем. Вот в этом-то все и дело. Что люди работают, и многие в районах, поэтому... Я, кажется, понял. Я все понял. То есть это придется по району побегать, да? Ну что, побегаем. Надо, так значит надо. Сколько надо подписей собрать? Да. Значит, сначала идете к Скворцову. Он потребует визу Жихаревой. Но она не даст без согласования с Терещенко. А Терещенко перестрахуется и отправит вас к Зинченко. А Зинченко отправит вас к Пилипко. Пилипко, конечно, подпишет, если вы его застанете. А потом уже подписываю я, и все. И все? Да. Так просто все? Да. Я понял. Все, значит, это Зинченко, Терещенко, Скворцова, Пилипко. Ага, надо, по-моему, я всех запомнил. Будем надеяться, что никто не узнает. Уходим. Угу.
Молодец, Валентина. Просто молодец. И как мы теперь эту партию будем продавать? Может, по полбатончика или нарезкой? Ну, простите меня, ради бога, я не доглядела за внуками. Простите, мы не специально. Правда, он туда сам упал. Тит. Позорище, в районе и так хлеба нету, а тут еще, посмотрите, хлеб с таким браком. Сергей Иванович, ну правда, давайте их в продажу пустим и акцию объявим. Купи батон, найди телефон. Очень смешно, Терникова, да? Ну, очень смешно, обхохочешься. Ну, а что? Ну, правда. Звони на батон, получи телефон. Стоп. Чей был телефон? Мой. Диктуй номер. 904-123-321-1. Подожди. Сергей Иванович, по-моему, там вот где-то. Где-то там, вот там. Вот тут где-то, вот там. Так, всем оставаться в машине. Не хватало, чтобы еще здание администрации разгромили. И в машине ничего не трогать. Понятно? Понятно. Понятно. Я быстро. Мне только одну подпись собрать. Не волнуйся, дедушка. Я за ними присмотрю. А машину, господин надзиратель, я закрыл снаружи. Это на тот случай, если кому-то опять на пляж приспичит. Поцыкай мне еще! Я вижу, все смотрю, всегда. Ничего не трогать. Да-да. Здрасте, можно? О, здравствуйте, Иван Степанович. Что у вас, еще что-нибудь случилось? Да нет, слава богу, нет. Я подписи собрал, которые вы просили. Как это собрали? А так? За день? Ну. И Пилипко подписал? А что, его не надо было? Нет, его как раз надо было. Пилипко за день. Иван Степанович, вы даете. Вам в цирке надо выступать, а не в поле работать. Ой. Ну, это все, это теперь дело пойдет. Все, остается только приказ через заседание облдумы провести и... Слава. Вика? Да, Павел Павлович. Когда у нас ближайшее заседание облдумы? В сентябре. Когда? А экстренное нельзя собрать? Это экстренное. Понятно. Не кисни, Иван Степанович, сейчас что-нибудь придумаем. Михаил Аронович, здравствуй, дорогой. Да-да. Ты у нас все знаешь. Подскажи, как деньги без облдумы получить? Это гадюки звони. Из резервного фонда губернатора можно и без думы обойтись. О, спасибо тебе большое, Михаил Аронович. За мной не заржавеет. Да-да. Иван Степанович, гоняешь ты меня в долги просто. Ой. Светлана Юрьевна, мое почтение. Денег нет. Да я в курсе. Но я знаю, что есть деньги в резервном фонде. Костюк сказал, что без него никому ничего не выдавать. Ясно. До свидания, Светлана Юрьевна. Будь здоров. Ну, Костюк это у нас коррупцией занимается. Ну, в смысле, борется. Борется, господи. Виталий Николаевич, здравствуйте. Приветствую. Я по поводу денег из резервного. Мне 500 000 нужно.
Надо урожай в районе спасать. Дай команду. Я бы с радостью, дорогой. Но по новому приказу такие суммы должны быть одобрены антикоррупционным комитетом. Ну, так пусть одобрит. Да, так его сначала Болдума создать должна. В сентябре экстренное заседание. Ир, чтоб вам провалиться всем зданием в маму! Чёртовой бабушке, прорезинали такие морды, такие задницы! Чё это с ним? Что проще взять, поставить подпись! Походу, у дедушки что-то не заладилось. Всем было бы хорошо! Извините. Люди, а? Чтоб вам и вашим детям, и вашим внукам подписи всю жизнь собирать, и чтоб всегда одной не хватало! Деда, что-то случилось? О, у меня еще и внуки ясновидящие. Вот когда я взорву этот бункер идиота, вот тогда что-то случится. Дедушка, бомбу в царя метать – это дело неблагодарное. Ага. У нас есть другой способ, как их достать. Да? Вилы? Кое-что поинновационнее. Шо? Малые все подробнее тебе расскажут. Интернат, деда, великая сила. Зато знают все мужчины, как Надюша хороша. Без работы мне не туго, днями тут могу сидеть. Зато мне назло подругам парни стали в очередь. Ой, кекс, багет, колоски пшеничные. Пользуя, что хлеба нет, жизнь устрою личную. Заиграет Мендельсон, туфли, платье белое. От меня земной поклон, лично для Бурделова. Просто скука от звонка и до звонка. Завершилась эта мука, когда кончилась мука. Мышь повесилась на складе, тараканы в панике. Даже крысы разбежались с этого Титаника. Ой, хлеб, хлебец, колоски качаются. Перестанем булки есть, талии появятся. Отдыхаем мы красиво и с фигурой здорово. И за это мы спасибо скажем Холмогорову. Жить вам надо без реинкарнации, чтоб пройти все круги ада, рай администрации. Потому что точно... Что здесь происходит? А мы тут это... Что вы тут это? Ну, это... Съемку прекратили? Ой, крем-брюле тает, рассыпается. Пусть у вас за сладкой жизни там все послепается. Проснись, браток, выходи на улицу. Хватит нам под бюрократом гнуться и сутулиться. Ой, рис, фасоль, зернышки отборные. Ой, не любят свой народ слуги народные.
пакет. А. Ух ты, собачья печенка. Ты смотри, слуги народа к хозяевам приехали. Вот что значит, мужики, великая сила искусства. Ладно, пойдем встретим. Вань, только ты это, поаккуратнее, ты же не забывай, у меня сердце больное. Не бухти, Терентич, я тебя прошу, не бухти. Ля-ля-ля-ля-ля, все прилетели. Бюрократ новой формации Холмогоров и райкомовский Бэтмен Бурделов. О! Вань, Вань, ты это поаккуратнее. Спокойно, спокойно, Терентич, сейчас разберемся. Мама. Ладно. Иван? Иван Степанович. Иван Степанович, я смотрю, лицо ваше знакомо. Мы никогда с вами не встречались раньше? Да как же, встречались. Мы же с вами накануне 9 мая в музее вместе пол шлифовали. Я смотрю, лицо знакомо. Если мы с вами уже так близко знакомы, почему ко мне не обратились напрямую, лично? Не было бы этого скандала. А это вы он у помощников своих спросите, что они до конфликта довели. Что ж вы думаете, мы не понимаем, в какой мы стране живем и как здесь все делается? Все мы понимаем. Только борзеть не надо. Да ладно, Терентич. Спасибо, Иван Степанович, за сигнал. Деньги на ремонт? Элеватора выделили. Отлично. Все подписано, все. Вообще, это исключительный случай. У нас все направлено на исправление ситуации. Повернуть лицом руководство к народу. Лицом это хорошо. Лицом это хорошо. А то, то место, которым оно было повернуто, оно уже поднадоело. Цыц. Можно документик взглянуть? Пожалуйста. Угу. О. Благодарствуйте. Не буду вас задерживать, а то у вас много делов. Ох, Иван Степанович. Леха, лучший механизатор, уйди в сторону. Очень приятно. Всего хорошего. Всего хорошего. Счастливо. Да. Ну, вот так. Ну, Иван. Ну, спасибо, не ожидал. Да не за что. Ну что, Терентич, теперь твой выход. Давай, исполни. Не понял, Вань, куда выход, что исполнять? Как что? Соло степного джирана. Да ты что, Вань? Леха? Нехорошо, Терентич. Так... Давай. Да ты что, Ваня? Шо? Давай. Что, прямо здесь? А что? Ваня! Давай! Пошел, пошел, пошел! Припрыжку! Терентич, у тебя брачный период! Эй! Порше, у тебя кличка Порше. Уходи! Не валяй пшеницу малохольный, все! Смотри,